Добрый вечер, уважаемые слушатели, зрители. С вами подкаст Штормовую Лид, Мэл Шторм, ЭНС. Добрый вечер, ЭНС. Ай, приветики, приветики, Лаван, приветики, зрители, слушатели. Здорово всем. Ну, начну, как всегда, уже заученную, до дыр зазубренную пасту о том, что если вы слушаете на подкастоприемниках, то не забывайте, что в видеоформате можно посмотреть и на ютубе, но только со вторника, а в прямом эфире и в записи сразу же доступно на вас slash daily 18.30 каждый понедельник подкаст «Штормовой элит». Ура! Ура! И мы начинаем. Ну что сказать, вот в прошлый раз я говорил, что прям, ну, просто неделя насыщенная событиями, да и почти каждый раз я так говорю, потому что реально много всего происходит. Но не на этой неделе. На этой неделе у нас не так много всего было, но зато это, во-первых, повод более предметно поговорить о произошедших каких-то вещах, и, во-вторых, может быть, ответить на ваши вопросы, которые, как всегда, вы можете присылать в Discord. Ссылочку сейчас я запулю в чатик. Вступайте, там есть специальная конфа Daily Show «Вопросы ведущим». Вот. Ну и, конечно же, фоловьте канал, чтобы не пропускать прямой эфир. А, вот. Что, Ярик, хочешь что-нибудь добавить к этому? Что Ярик хочет добавить? Слушай, я сегодня весь день о чем-то говорю, как бы, я уже скоро, мне кажется, у меня говорилка отсохнет, но а, я готов продолжать, да, я смотрю, действительно, на этой неделе новостей не супер много, но зато есть очень важные, да, мы дойдем на них, там вот это ВП, ППП, вот это вот все. Да, я да. Я думаю, в первую очередь интересно нашим э, слушателям, потому что все-таки как ни крути, а дота у нас э, все еще впереди планеты всей. Я, кстати говоря, не вижу. Ты не добавил вроде бы никуда. Или добавил до Это обсудить чуть-чуть. Да, добавил, добавил, конечно. Понял. Ну как? Я. Ты... Там все будет. Там... Понял. Как я мог не добавить? Дэр? Ну мало ли, я просто что-то не заметил. А, так что найдем о чем поболтать, если что, вопросики почитаем. А, да, я начинаю понимать, почему всю неделю на Сайберспорте я вижу новости из разряда "Бафик ждет гранд-финал". Нет, подожди, он высказался по поводу гранд-финала. он ждет гранд-финал? Жду, ждут. действительно не так много новостей. Ну, оно может и хорошо, ведь отсутствие новостей это хорошая новость, не забывай. Да? Почему? А ты не не слышал такого выражения? Но ты даже если подумаешь о нем, ты поймешь, что оно правильное. Смотри, отсутствие новостей — это тоже хорошая новость. А, это тоже хорошая новость? Ну да. Понял. Ну, в принципе. Я бы так сказал. Ну, ладно. В общем, для нас, к сожалению, нет. Для нас нет, но, но с другой стороны. Ну, с другой стороны, да. Ну и начнем мы сегодня, как всегда, с рубрики «Трансфер». Ну, а с чего же еще начать? Кстати, как сегодня твоя вебка поживает? А че с ним? А, в то, что, э, мне написали в комментариях, что э, нейросеть NS атакует, мистер Деструктурд. Понял. Да, вот. я думаю, что дело все-таки не в моей вебке, конкретно, а немножко в теме приспособлениями, всякими разными, которыми мы пользуемся. Туда вот этот канал, на котором мы сидим. Ну, пока все работает, так что окей. Так, трансфер. Ну, и, наверное, один из самых громких трансферов произошел у нас в CS. А конкретно такого кайсера, как Ника, достаточно известного и именитого, подписали g Давайте сначала посмотрим ролик, а потом уже поговорим об этом. <связывая>

Ну, короче, вот такой вот ролик. Зачем мы его вообще посмотрели? Прежде всего мы посмотрели его для того, чтобы сравнить этот ролик и ролик который мы видели совсем недавно. Помнишь, в Cyber Legacy подписывали людей? ну, людей? напомнил там мне, что я порал <сос摘> <Нет>. <сос摘> Или че? No. нет, ну просто типа сравнение м -м, подходов вообще. То есть здесь, я бы не сказал, что здесь сделано как-то там дешево, да? То есть ролик Cyber Legacy, он претендовал на такой пафос и дороговизну. Но не сказать, что здесь сделано дешево, но... При этом смотрится как-то бодро и органично. Ну, И... слушай, они выбрали стиль а вот этого съемки, это такой довольно известный, да, с по типа, как вот Адреналин, по-моему, фильм был такой, да, известный все свое время. Потом есть русский какой-то фильм, очень похоже, где все снято с GoPro, типа, из лица. Потом есть такой чел, как Александр Хитров, который снимал подобные видосы со своей GoPro. Зачем ты не напомнил? Хочешь, чтобы я поорал? Возможно. Это всегда смотрится, ну, это смотрится довольно стильно, это довольно прикольно, но говорю это это стиль не новый что отличает вот на мой вкус да эти вот если уж ты хочешь так сравнивать хотя в общем-то все бы вдруг но я понял ты просто захотел а, а я тогда скажу тебе что что отличает ну отличает то что а... сейчас как чтобы чтобы никого не обидеть знаешь вот у нас иногда бывает в россии характерно для русского кино снимают какую-то фантастику или фэнтези или типа того но ну, ну не получается но ну не умеют ну плохо работают с графикой да вот реально ты на это смотришь типа вот эти наши защитники защитники и только ну, я, ну, я не смотрел я смотрел только у одного обзорщика ну я понимаю да и ты кекаешь да ну потому ну не получается и проще туда не лезть делать делать то что получается вот Cyber Legacy, при всем уважении, что-то подобное. То есть они претендовали на какой-то мега пафос, получился какой-то, ну, скорее, мем. Какой-то, может быть, не мега мем, но такой, какая-то ты такой, ты думаешь, <laughs> кек. А, вот. Здесь более более понятно, не претен... как бы когда ты не претендуешь на что-то высокое и великое, да, от тебя этого никто не ждет. А если ты а, задал такую вот планку, что вот у нас сейчас будет все супер круто, а потом вместо меню переносит контракт, ну это выглядит как-то а, ск скорее смешно, чем круто, да? Скорее смешно, чем круто. Ну, это просто как правда жизни. А, поэтому вот такое отличие, да. Н наши люди, я не знаю почему, но часто любят, знаешь, вот а, пыль в глаза, что называется. Ну, ну нравится. Ну, нравится. Ну, вот снять в дорогом интерьере и так далее. Хотя речь идет о киберспорте, о киберспортсменах, которые. Золотые купола. Ну да. Ну. А киберспорт и киберспортсмены с, они немножко э, с другим ассоциируются, да. Как-то немножко другая специфика. Не нужно, не нужно все вот это вот золото-бриллианты и какие-то дорогие рестораны, как мне кажется. Вот поэтому. Да, есть такое. Но опять же, G2... ну, тоже не будем сравнивать G2 и Cyber Legacy. Да, Cyber Legacy это Cyber Legacy, э -э, они растут, там что-то у них там получается, что-то не получается. G2 это очень серьезная, э -э, крупная мировая такая организация, где гораздо большие бюджеты, штат. Э -э, я думаю, более профессиональные контент-мейкеры и так далее. Ну, они сделали вот такой продукт. Да, он мне тоже больше нравится, что уж там говорить. Ну, тут вообще. Я сейчас увлекся советским кино, и, по-моему, где-то там я услышал фразу такую: что, мол, вот посмотрите на Питер, почему вот все вот так вот сделано. Снаружи красиво, но зайти во дворы и там. Ужас, и почему у нас все делается как бы не для себя, то есть, это как раз-таки вопрос к тому, что да, обложка очень красивая, и это важно, чтобы была красивая обложка, но а, за красивой обложкой должно стоять что-то еще более. Обложка это здорово, но содержание. И здесь имеется в виду не только строительство городов в России, а в принципе, даже вот и подача киберспортивной организации. Потому что если смотреть на джиту, ну Успехи их состава по Лиге легенд внушают, скажем так, ну, учитывая, насколько сильны китайцы и корейцы, да, то есть, GTU молодцы на этом фоне. Uh, в CS далеко не последние ребята. И uh, почему опять же, вот об этом: мы же не первый день говорим о трансфере Ников GTU. Мы начали с того, что я обсуждал, закинул обсуждение твит uh, их SEO, что, мол, он какой-то странный. Потому что он написал, что Фейс клан какие-то там идиоты, и вообще он больше не, не будет иметь с ними никакого дела. Потом, где-то неделю назад, как раз во время прошлого нашего подкаста, или, может быть, за пару недель, он писал, что все, ника мы точно никогда не заполучим, и я-то думал, что это он какой-то странный, а сейчас я понимаю, что это я на самом деле не особо его, ну, как бы, знал, да, его твиты, и что на самом деле все и так понимают, что он какой-то такой рофлер, и что на самом деле это максимально адекватный SEO, потому что Таким образом, он просто привлекал внимание к этому трансферу и серии, что его не будет. А на самом деле обсуждения шли, и он, скорее всего, ну, там, 90% должен был состояться. И вот он состоялся, как раз-таки после всех заверений SEO, что фейсклан... FaceClan уроды и вообще ника им никогда не заполучить. То есть вот она, в чем была такая фишка. И я так понимаю, что, в принципе, все это было по какому-то... Ну, типа, фейс-клан бы вряд ли стали сотрудничать с человеком, который просто так их вот так вот называет. Я думаю, что это было из серии... Ну, как-то... Они сговорились, короче говоря. Вы там не обращайте внимания, я тут буду свой спектакль разыгрывать. И вообще, я так понял, он всегда так делает. Так что твиттер твиттером. Это вот, знаешь, такая рубрика SEO говорит». <смех> <смех> немножко, <смех> немножко туда же. Может быть. Это, это типа рофлы были такие, но на самом деле действия SEO не вызывают вопросов с точки зрения успехов организации. Так вот, состав. Состав на данный момент выглядит так. Это Кеннис, Джекс, Аманек, Некса, Хантер, Ника и Малик в роли тренера. По слухам, именно... Аманек или Аманек покинет состав, и, собственно, остальная пятерка останется. Ну, что тут можно отметить? Можно отметить, что в этой команде играет двоюродный брат Никола Ковыча, Нико Хантер. То есть это такое воссоединение произошло семейное. И, собственно, он именно и был на ролике, когда говорил, что вот, типа, добро пожаловать и так далее. Насколько я понимаю, опять же. Ну вот. вероятно, ну да, прикольная история, опять же про то, что семья играет вместе. У нас такие истории были и в Доте, и не в Доте, да, когда два брата играют. Частенько неплохо получается, да. Вообще состав сильный, я так скажу, я типа знаю, вот э, состав мощный. Э, Так-то Ника игрок мощный, но вот он у себя в интервью каких-то там где-то куда-то он там давал интервью, э, говорил, что его он очень устал, потому что почему-то как-то так получилось, что он стал козлом в отпущения в команде своей. Э, все комьюнити, там, все всегда винили его в любом поражении. Типа, Ника виноват. Я думаю, что э, ему такой статус, знаешь, не очень нравился. Э, как-то команда не хотела, видимо, с этим ничего делать. Ну, то есть из разряда, знаешь, как комьюнити говорит, о, понятно, там Ника всем виноват. Ну, выходят другие игроки и говорят, нет, нет, там. Но, видимо, не последовало какой-то такой реакции, в итоге вот он, судя по всему, короче, он и не против, да, покинуть этот твой клан, видимо, ему там все приелось. В G2 большое будущее, ну не знаю, я смотрю на состав, мне он нравится, я в кейсе не супер круто разбираюсь, но вот в топ командах более-менее как-то шарю. Мне кажется, все будет хорошо у них. Может, даже ну, а... шесть игроков кстати. Ну по слухам, что не оставят, но да и как ты знаешь, все-таки еще до КС до этого не дошел, наверное. А, в общем, по поводу... Что еще хотел сказать по поводу Ника? Да, он не просто, ну, чтобы те, кто не так близки к КС, я думаю, все, кто близки к КС, понимают, что ему вешали не просто, что он там плохо играет, а что он именно такой серый кардинал, который вот вечно мутит воду, как, я не знаю, в свое время так про Лило, типа, говорили, когда он в Нави играл или какой-то вот такая вот, можно сказать, или какой-то санейка, не знаю, или можно назвать его каким-то европейским симплом из серии, что очень крутой тащер, да, но с точки зрения команды что-то не так. И да, действительно непонятно, что там вообще с ним было не так или с его командой действительно эта вся ситуация как-то над ним висла и результатов прямо таких э, у Ника не было наверное на которые он нацелен потому что Ника как раз был одним из тех игроков которого первого продали там чуть ли не за полмиллиона долларов трансфер был суммарная сумма это было тогда как раз Фейсклан Фейсклан э, по-моему из Музов вот если мне не изменяет память, кстати, можно же посмотреть, где он играл. Да, из Музов как раз-таки Фейсклан. Но это такая новость была, которая везде была, поэтому даже особо не погружаясь в КС, невозможно было не знать. Вот. Ну и сейчас он обрел новый дом. Посмотрим за успехами Джиту. Очень интересно будет глянуть, конечно, особенно когда ситуация с Ланами вернется. Но пока если нет. вернется, да? Если вернется, если когда. Может быть, у нас теперь все в онлайне будет всегда, да? Когда-нибудь точно вернется, не волнуйся. А, еще немножко трансферов. А, интересный такой трансфер. А, ну, игроки по Лиге легенд а, к нему ближе мы немножко далеки, но есть одна вещь, которая меня заинтересовала. Дженсен uh, подпишет новый контракт с Team Liquid. Дженсен uh, переподпишет контракт с Team Liquid. Это игрок по Лиге Легенд. Все вроде бы понятно. Меня просто заинтересовала сумма на три года. Опять же, это не официальная сумма, которую разглашает организация. Uh, как я понял. Но по информации это 4,2 миллиона долларов на три года. По сравнению с каэсерами, которых мы обсуждали, это внушительно, я бы сказал. Ну и лол и не кс, не забывай, посерьезнее будет дисциплинка-то. Ну, трудно комментировать. Как бы если 4,2 миллиона долларов реально, но я так понимаю, это в сумме зарплатой за три года вряд ли просто за трансфер. Но ну, в любом случае это серьезно очень деньги. Правда, видишь, как, опять же, доверять таким инсайдерам, ну, таким инсайдам, я уже говорил про это и могу еще раз повторить, что частенько где-то, когда происходит какой-то трансфер, какая-то сделка и так далее, кто-то может захотеть сказать больше. Да, и, ну, и закинуть это типа через какого-то инсайдера. Ну, то есть закинуть инфу очень просто, вообще никаких проблем нет, закинуть инфу куда-то в медиаполе, да. То есть все-таки, если это неофициально, то и доверие этому примерно такое же, не особо официальное доверие, поэтому даже обсуждать тяжело. Но в любом случае, то, что, знаешь, то, что в Лоле, я сейчас вот дисциплину назову Лол, Overwatch. Ну и все, наверное. То, что в них могут быть трансферы очень-очень дорогие, меня вообще не удивляет, потому что там другая экосистема совершенно. А вот эта франшизная история с лигами... Ну, с да. разработчиками. Да-да-да, там совершенно другая экосистема построена, и она как раз и построена более направленная на то, чтобы соответствовать спорту реальному. А в реальном спорте мы же знаем, трансферы, ну, они же сумасшедшие деньги абсолютно. Понятное дело, что мы не будем сравнивать на данный момент киберспорт там, с футболом, ну, разная аудитория абсолютно, но все равно. Мы все прекрасно понимаем, что трансферы за футболистов какие-то там по 50 миллионов евро и больше, да, порой, это в сумме-то... Ну, так, подумать, это неадекватные деньги. Но Вот такая вот там э -э, экосистема, что игроки вот это все стоит очень дорого. И вот э, в том же Лоле и в Overwatch вот пока такие две дисциплины, -э, они к этому стремятся. Ну то есть именно вот, вот так построить инфраструктуру, чтобы вот эти вот контракты были конкретные, долгие, дорогие, чтобы эти команды они игроки не шатались туда-сюда, знаешь, вот. Э -э, чтобы зарплату... Был порядок. Да, Стабильный. да, порядок нужен. Что... Типа поэтому они сами доплачивают зарплаты игрокам. Там зарплаты организациям, сами э, организаторы, да, владельцы игры. Э, и вот, ну, и там не такие большие призовые на этих турнирах ну относительно той же доты, например, сумасшедшие да. Э, то есть в Overwatch и в Лоле, в сумме, за не за пару лет, наверное, это один интернешнл, такие там призовые, но. Э, не в призовых делах, там люди не столько за призовыми сидят за этими, сколько просто хотят там находиться и прикладывать все усилия, чтобы оставаться, потому что там просто ну большие зарплаты, вот эти вот трансферные огромные деньги и так далее. Более, ну она более здоровая экосистема, наверное, как мне кажется. То есть и я был бы рад, чтобы все к этому стремились, но не все стремятся. Ну Вальва на своей волне мы не забываем, это же Вальва. Да, вот как раз таки я думаю, что здесь мы, мы продолжим еще обсуждать трансферы, но раз уж мы повернули вот такой вот завиток сделали, я, например, буквально вчера увидел новость, для меня это стало таким открытием, хотя у нас уже был подкаст с лоллерами, когда Олс и Генезис приходили, но я, например, не знал, что, оказывается, корейский дивизион в Лиге Легенд он был не франшизный, а он просто существовал как лига. Это для меня... Я думал, что он один из первых, наоборот, перешел на эту систему, а оказалось, что нет. И, ну, собственно... В, именно в том подкасте, он лоллерский называется, по-моему, 11 подкаст, вы можете найти, где Генезис и Уолси более подробно рассказывают, что же такое вот эта вот франшизная система, Вкратце, это более такая вот обобщенная система, когда команды заносят деньги, как-то более справедливо делятся призовые. И, собственно, если мы сейчас посмотрим, вот на Ликвипедии откроем страничку чемпионата мира прошедшего, мы увидим, что победители DumVon Gaming заработали 25% призового фонда. Но сколько это, не указано. То есть, э, в отличие э, от той же доты, здесь просто назначается, во-первых, процент, во-вторых, процент, ну, 25%, э, в доте призовой фонд делится так, что победитель получает порядка 50%, если я правильно помню. Ну, вроде да. да, да, да. То есть, 50% э, или около того. Не, поменьше, наверное, все-таки. Ну, чуть меньше. 40, но, я думаю, 40. Ну, не 25%, но не 25%. Не Uh, здесь 25, и более того, не указана сумма. То есть эта сумма, призовые, сделана так, что призовые не являются как таковой. Вот существует огромное количество различных там, источников медийка, какие-то выплаты от лиги туда-сюда. И призовые это просто определенная еще, ну, так сказать, награда, но само чемпионство это выше, чем призовые, которые ты получаешь. Вот, то есть, на это в том числе направлена данная система. Потому что это все-таки, ну, понятно, что бабки, они тоже хайп создают, но сам по себе титул, он также имеет огромное значение. Ну, конечно, блин. На самом деле, я думаю, что любой спорт, он стремится к тому, чтобы люди хотели титул. Деньги это понятно, но борются тут за титул, а не за деньги. То, что в Доте система настолько порочна, что, э, ну, например, в Доте, но ну, она такая единственная, что люди хотят выиграть интернет, что. Не, ну понятное дело, титул тоже решает. Но на самом деле, спроси так вот откровенно любого дотера, типа, зачем тебе выигрывать интернешнл, он скажет, ну, блин, 15 миллионов долларов, чувак, ну или сколько там, 20, mm -hmm. Mm -hmm. ну, это как, типа, в принципе, э, может на всю жизнь хватить дальше этих денег, если не особо, да, там яхты не покупать, что называется. Э, да и, в принципе, даже если яхты покупать, может хватить. Ну, то есть просто нереальные деньги. То есть и э, но ну, ну, это, ну, это, ну, это как бы неправильно, это немножко неспортивно. Действительно, люди должны бороться за титул в первую очередь, а призовые должны быть классным бонусом, но не главной целью. Вот, а в Доте сейчас реально просто попасть на Интернешнл все хотят, просто потому что даже за последнее место 500 тысяч долларов, ну, на прошлом было. 500 тысяч долларов, просто приехал, просто приехал, всем проиграл, ноль игр выиграл, 500 тысяч долларов получил. Когда И я, это пришел, только игроки, только игроки, но это было всегда то есть никакие там организации даже да, близко да, да. не, не подходят. Когда я приезжал да. вот на интернешнл, еще занимал последнее место, получал 0 за топ-8 только тогда деньги давали. Оно, наверное, неправильно, безусловно. Ну, все-таки такое дело, как бы этот интернешнл, люди складывались деньгами, ну, я имею в виду, все люди, зрители, да, складывались деньгами на этот фонд. Такая система вот так построена. Поэтому каждая команда, которая участвует, она свой вклад вносит. И что-то ей надо давать. Но 500 тысяч долларов за то, что ты просто приехал, при, вышел на сцену, проиграл одну игру, э, типа, в лутерах и вылетел, ты получаешь 500 тысяч долларов, по-моему, это, типа, оверперебор. перебор То есть это, это какое-то какое заливание баблом. И реально люди понимают, что можно весь сезон пыхтеть, что-то пердеть, выиграть там турнир, тут какое-то место занять и получить там 200-300 тысяч долларов на команду, а можно приехать на интернешнл, ничего не выиграть и получить больше. Это адекватно? На мой взгляд, нет. Вот. А как раз-таки в Лоле, в Овервотче, а, вот, пытаются сделать совершенно другую систему построить. Она более верная, да. Она... Ближе к спорту. Кто, как говорится, победит, покажет будущее только. Но я думаю, что все-таки системы лола Overwatch они вытеснят, ну короче, они на практике окажутся гораздо более логичными, понятными и для всех участников рынка и приживутся именно они, скорее всего. Ну, думаю, что так и есть. Единственное, что пока что за Dota все-таки это популярность, как мы уже много раз говорим. Именно в СНГ регионе имеется в виду. Ну, а мы, собственно, в нем и находимся. Именно поэтому у нас эта тема бесконечна. Ну что ж, и заканчивается рубрика «Трансфер трансферами в Dota-сегменте». Бывший игрок мидер Na'Vi Джи перешел в хан в аренду. Думаю, что вам это очень интересно. Как, <laughs> как, ну, как да, и, например, да. узнать, что Кингер присоединился к Ашер, о чем э, мне достаточно интересно было, что Стрэнджер, менеджер Империи, э, высказался об этом трансфере. Я просто от него не ожидал услышать какое-то мнение по поводу трансфера игрока в Доте. Но Он сказал, что... Это плохое решение, потому что, мол, две четверки будут, потому что сейчас Никс, Ксани, Фаник, Лил и Кингер. Мол, две четверки не сыграются. Я, конечно, с одной стороны. Э, есть какая-то в Доте привязка к позициям, но с другой стороны, мне кажется, по большому счету, там, талантливые, настоящие, крутые команды они как-то отвязаны. Скорее, у каждого игрока есть какая-то привязка к пулу. Который плюс-минус подходит к его позиции Но на деле вот деление Прям на игрока на четверки, на пятерки Ну типа два суппорта Мне кажется, нет ничего страшного Что Лилл Кингер будет играть в одной команде Да, конечно, нет страшного Да, забей, ну блин, Стрэнджера Всем уважение Какое он имеет понимание о том, как реально в доту играть. То есть он там может инсайдик и менеджером быть неплохим, там и еще что-то такое. Ну, именно как играть в доту. Ну, говорю, как это вообще сходится? У меня в голове это никак не сходится. А я могу сказать, что даже вот сейчас что далеко ходить, а ты просто берешь ликвид, победителя ESL, да, вот который буквально прошел, mm -hmm. у них есть такой игрок, как Тайга, да. Который играет на четверке. Которого называют тайга иногда. Да, который играет на четверке. Ну и бокс, да, который играет на тройке. И вот они на линию уходят. Но порой, если там герои соответствующие, например, тайга играет на энигме. Он играет на тройке. Вот, а бог секрет на четверке. По крайней мере, в начале, там формящие Enigma с каким-то там паком, который саппортит Энигмы, вот всякие такие расклады у них бывают. И это постоянно происходит. То же самое секрет на самом деле с и обзором. Да, вот то есть, э, свап-позиций действительно хороший игрок, вот реально супер хороший игрок, он вообще на любой позиции должен уметь сыграть. Понятное дело, что не должен э, игрок на пятерке лучше своего мидера мид постоять, это нелогично, но в какой-то типа экстренной микрофоне. Необходимости, он обязан там уметь стоять. Объясню почему. А, просто потому, что если он не умеет там стоять, это значит, что он не понимает вообще, как там люди стоят. А если он не понимает, как там люди стоят, то как он может вообще понимать, что пикать, как ходить, как, когда можно куда пойти, где надо помочь, а где не надо? То есть это каждый игрок должен о каждой роли иметь очень много знаний. И кое-как, там ну, но сыграть на любой. А тут мы говорим о двух саппортах ну, то есть, пятерка и четверка это близкие роли, весьма близкие. И если с пятерки на четверку пересесть посложнее, то с пятерки, то с четверки на пятерку гораздо проще пересесть. Потому что, ну, просто четверка это все-таки герой, который очень много двигается, и тут нужен некоторый опыт, некоторая предрасположенность, я так бы сказал, к этому роумингу. А вот, но при этом ты тоже ставишь варды на четверки, ты тоже покупаешь синтрики, ты тоже вот, ну, ты вот эту вот грязную работу делаешь. Там дастики носишь, там помогаешь, ботлы обузишь. То есть у тебя те же задачи в игре, ну, в сумме. Ну, во многом, точнее. И Поэтому сместиться с четверки на пятерку вообще никаких проблем. Ну да, может понадобится некоторая адаптация, там, неделя, две, месяц, ну, какая разница, вон, Resolution переместился на тройку, и кто бы что не говорил, а вот к концу, к закату Virtus.pro, он чуть ли не лучше всех там и играл, собственно. Ну, да, то есть изначально было плохо, ну, и было за что пожурить, за что погнобить, в принципе, согласен. Сам сидел, типа, смотрел реплеи, кекал, но ближе к закату Virtus Pro реально резоль, ну вот он, он сидел, сидел, похотел, старался, старался, тренировался, тренировался, опыта набирался, набирался, ну и все. Вообще никаких нареканий уже практически к его конкретно его игре именно не было. Там нареканий ко всему остальному, ну типа в сумме, да, там к тому, что на карте происходит, но именно к игре, ну, хорошая тройка такая, ну, просто талантливый игрок, он в любом случае научится, обучится, так что считаю, что нормально все. Другой совсем вопрос, что Кинг Гренат, вот при всем уважении, при всем уважении к Ренату, вообще я его знаю, с, он... С нами на там анализировал. Он классный, или... парень. Классный, классный парень. Да. Классный парень. Просто классный парень не профессия. Помнишь, такое есть выражение? Кинг <свят> сменил за свою шестилетнюю карьеру 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, раз, 13, 14, 14, 15, 16, 17. Это 18 если... Ну, 18 примерно команды его за 6 лет. Ну, то есть это кое о чем говорит. Да? Говорит о том, что ну что-то не получается, нигде не приживается. Ну 18 команд, чувак, за 6 лет, это очень много. Это какой-то вот, знаешь, свой... Ну знаешь, рекорды по смертям не побить, потому что сначала был ты, а потом Always of Fly пришел, и все, там как бы в СНГ слишком жестко. Рекорды по каким-то достижениям, ну вообще тут сложно. Надо побить рекорд по количеству команд за... Ну там скрины не, не, перебить, не перебить. Короче, просто сам Ренат, он очень много где играл, и нигде, грубо говоря, не получилось. Ну, реально, нигде. Ну, то есть он везде несколько месяцев задерживался, и все там, то ли команда распадалась, то ли какие-то кики происходили, то ли еще что-то. Ну, короче, ты понял, это такая вот. В, этом, в этой связи есть некоторые вопросы другой стороны. Может быть, все-таки просто ему нужно найти свой дом, и это он. В сумме команда выглядит неплохо. Ну, реально неплохо, типа. Я думаю, что да. результаты могут быть. Да, интересно выглядит команда. И сейчас они как раз активно развивают свою медийку. Там вышла. Ну, мы говорили, что Яна ушла из Нави в HRB True. И, собственно, вот она начала снимать контент, вышло интервью с Лилом. Потом какие-то еще вопросики с Лилом. Ну, там ничего такого как бы нет. То есть интерес. Кроме разве что внешнего вида Лила, я не знаю, там мне писали про какой-то контракт или там что-то из серии. Ну, не знаю, фанаты Лила стали слишком плохо реагирует на шутки в его сторону. Я просто написал в Твиттере, что мол вот так должен выглядеть парень, который хочет поменьше привлекать к себе внимание. И там он просто в таком каком-то розовом пиджаке, бабочке, рубашке, как как дворянин 21 века, я бы сказал, вот так вот. Есть аскет 21 века, а есть дворянин. Есть вот дворянин 21 века. Ну, в общем, кусочек из, сегодня из одного из их видосов мы сегодня глянем. Там есть забавный момент. Еще есть трансферы на сегодня, вы не поверите. Но брат Айсберга, Пикачу, перешел в Юник. Напомню, что они долго искали мидера. И вот они его нашли. Найнтин, Пикачу, БЗЗ. Иллюжен, Ванскор. Ну, что здесь можно сказать? Я только могу вот так сделать. Ну, я... Короче, при всем уважении... Да, это... Давай-ка вот эту фразу мы будем использовать как такую лакмусовую бумажку. Если ты начинаешь фразу с при всем уважении, дальше то дальше можно уже... И не говорить, типа, дальше и? уже можно и не говорить, да. Я при... понял. Но ну, при да, всем уважении я. этот состав мне не нравится. Во-первых, во-первых, цитаты Рамзеса. А Рамзесу-то мы доверяем, он же апостол. Как он апостол может нас обмануть? Невозможно. Цитата Рамзеса. Следующая. Говорит, видите, вот этот вот найтин да? Говорит, это самый ботский бот из всех ботов. Вот. Это я на стриме Рамзеса увидел. Когда он стоял Кентаврова, против него Найтин стоял на герокоптере. И там еще был Вис. Ну, короче, не суть важно, что там было, но я просто запомнил. Ну... Для себя, мне же нужно, тоже знать, кто самый ботский бот среди всех ботов. Вот, это Nintendo. Это во-первых. Во-вторых, ну, э, я очень, э, в принципе, Ну, горжусь. Где-то в глубине души, или типа того, ну или как-то даже не горжусь, а горд, что рад, наверное, проще будет сказать, да, или что-нибудь такое. В общем, за людей, которые, несмотря на все проблемы, несмотря на там на все, они продолжают идти типа к своей цели. У них есть цели, они к ней идут, 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 идут. Я им желаю только удачи! И только, ну, как бы дос дос достичь этой цели. Очевидно, у того же БЗЗ у него цель выиграть International, как и у всех там, да, игроков, ну. А, ну, блин. Блин, в смысле. А? <смех> 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 ну, ну только, ну, ну, очень долго уже, ну, очень долго эта цель идется, и никаких особо подвижек. И это просто есть такая проблема, в один в определенный момент ты превращаешься в игрока, к сожалению, при великому, который толком никому, кроме где-то таких же, как ты, уже не нужен. И вот вы, и вот вы уже там вместе что-то копошитесь, пытаетесь создать. Да, и ну, без, без каких-то образных мираклов, которые вдруг ты их зарканил к себе в команду или типа того, ну, не получится, скорее всего, выстрелить. Как бы. Я, в принципе, буду рад и ошибиться и так далее. Но, знаешь, вероятность того, что я не ошибаюсь, она все-таки очень высока. А, ну, ничего толком этого состава тоже не получится. Ну, типа, ну, будут играть, ну, где-то что-то там будет получаться. Ну, а потом будут проигрывать, а потом сменится состав. Так вот, такая вот плачевная история, к сожалению, мне видится. Ну, я тут вот именно присоединюсь в плане того, что состав очень, конечно, такой получается ветеранский, да, есть, безусловно, игроки молодые, но БЗЗ это супер мега ветеран, то есть это даже, это что-то из серии Бернинг, если бы сейчас, наверное, вернулся, просто, может быть, Станислав не... Не бернинг. Не бернинг, да, и не было таких у него успехов. Но 27 лет для киберспортсмена очень много. И самое главное, что, ну, действительно, если мы посмотрим на... Есть возрастные примеры, которые, ну, там, тот же пупей, например, да, который до сих пор тащит, но они все как-то больше стали такими культовыми именно вот людьми, вокруг которых строится команда, и может быть они сильны не столько механически, хотя и с точки зрения прожимания кнопок там нет такого, ну, такой катастрофы, которая может показаться из моих слов, но они вот именно такие супер мега стратегии. Вот именно на такой позиции да, люди еще играют, но на позиции, где реально нужно что-то там ну, посмотрите на лучшие тройки современности, да, на ликвидов, на секретов, это же сверхмолодые игроки. Это новая школа, фактически, да. Да, да, кстати, я тут посчитал 21, что ли, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 команда, это, кстати, для БЗЗ, за 7 лет, между прочим. То, то есть тоже любитель поменять. Ну, там любитель. такие миксы, миксы очень, мне кажется, Да, 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 да. Ну, в общем, что я могу сказать? 27 лет — это вообще еще не приговор. Как мне видится, это как раз-таки, ну, такой нормальный возраст. Ну, Но просто, ну, 7 лет... Как ты знаешь, мне кажется, вот если ты плюс минус 7 лет играешь в Доту и ни разу на International даже не попал... Ну, такое. Не, ну можно занять вот эту нишу, знаешь, тир-2, по типу гейминга какого-то, которую они где-то и заняли. Ведь вот эти вот Юник, а также сам вот Ванскор, сам БЗЗ. А, помнишь, мы ездили куда-то то ли в Тюмень, то ли куда-то да, в Казань. Они же там были. Хоп, выигрывают турик какой-то или еще где-то. Вот. Да, мне кажется, я не ездил ни туда, ни туда. А, ты не ездил. Ну, я не помню. Короче... Не, я... Не, я очень много слышал. Я бы куда ни поехал, везде я вижу Ванскор, БЗЗ, которые выигрывают турнир там. Там не очень большие призовые, как бы, но, с другой стороны, а что, нет титула? То есть, Ван Скор, по-моему, двукратный чемпион России, так-то, между прочим, официальный. То есть, это тебе, ну, как бы есть такая ниша, да. И вот как в чате кто-то пишет, о чем, мол, им делать, если они всю жизнь, а, ну, как бы в Доту играют, уже, как бы, ну, блин, ну, рано или поздно, скорее всего, придется а, закончить с этим. Вот, ну, когда-нибудь перестанет получаться окончательно. И что потом? А, чисто 3-2-2 матча играть нон-стоп, и все, и так до конца жизни. Ну, есть, есть всякие варианты, как правило, знаешь, вот в спорте, например, очень часто говорят, что из игроков, которые там сами не являлись суперзвездами, но вот находились где-то вот в таком вот, ну, где-то играли профессионально из них, в основном получаются хорошие тренеры. А из хороших игроков очень редко получаются хорошие тренеры, хотя и такие. Примеры есть. То есть сейчас тренерство очень популярно. Кто знает, ну или переход в аналитику в комментирование всегда возможен. Ну, это я так, гипотетически, а, хотя. Да, 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 да. не, я не призываю, говорю, я э, рад буду, если получится рано или поздно. Но вот ситуация такая, что у меня почему-то кажется, что не получится. Ну, а есть чем заняться около киберспорта? Есть. Ну, пока еще есть. То есть, со временем, возможно, реально на каждую, что называется, позицию очереди будет, да. Какой не... дота можно открыть, вон ну, говорю. <laughs> ну, <laughs> ну да, но пока еще можно стать и стримером их все больше, но все еще как бы, ну, все еще есть момент, когда ты заходишь в ту же секцию Dota, а там первое место занимает No, no Black loss, там и Instagram розыгрыши, так сказать, вот, а второе какой-то бибеп это я вот сегодня uh, как раз-таки заходил в секцию Dota, а там на первом месте fake no one, uh, ну, мошеннический, а на втором месте просто бытовод ну, то есть, ну, как бы есть какое-то время, грубо говоря, когда особо никто не стримит. То есть, можно и вот и в эту нишу все еще как бы пролезть и какую-то аудиторию заработать. Тогда можно это. Можно комментатор, аналитик, тренер, еще что-нибудь заняться. То есть всегда есть чем заняться. Я просто говорю, что... Ну, э, как бы то, что ты ничего, предположим, не умеешь, как вот в чате кто-то предположил, это не значит, что тебе стоит э, эту корову доить э, вообще, пока у нее копыта не отвалится, как говорится. То есть, э, э, Ну, потому что в один момент останешься ну просто ни с чем. Ну просто ничем. Даже я! начал стримить не только доту, просто потому что, ну, а когда она просто, ну, все, перестанут в нее все играть, и с чем я останусь? А так вот я, типа, что-то еще делаю, да? Вот, мне кажется, это правильно. Не клади все яйца в одну корзину и так далее. Что как бы сказал Евгений Золотарев, диверсификация рисков. Да, да, да. И, и не Див... только он, наверное, но от него я слышал последний раз. Ну, это просто очень сложное слово, диверсификация, чувак. Я такое не произнесу Это как дефербиля. Дефибриллятор? Дифрибиля... Дифрибиля дефибриллятор, понял. Вот, невозможно произнести. Тебе точно не стоит идти работать в неотложку, если когда-нибудь. Мне потому что дефибриллятор, там уже все умрут, наверное. Дефибриллятор, да. Так, ну осталось всего два трансфера, на самом деле. Да, ну какие и. Я бы к этому, вот я, наверное, как всегда, все самые сочные новости в итоге выйдут в, во вторник. Ну, хотя, на самом деле, это скорее будет третья новость. Я ее спрогнозирую, она будет вытекать из первых двух. Итак, для начала, ГПК официально перешел в ВП Родиджа. Ну, много мы говорили о том, что вот должно все это скоро произойти. Он уже играл у них на знамение, и здесь ничего такого сверхудивительного нет. В общем-то, они уже выступали вместе. на... Как турнир этот назывался? Тот самый турнир. Тот самый. На Дутопите, по-моему. Да, Тот на Дутопите они играли. С Лилом в команде. И в принципе, ничего в этом такого сверхновости нет. Да и опять же, мы давно уже обсуждали, что этот переход может быть. Но сегодня. Еще одна новость на этот раз Ильяс присоединился к ВПБродедже. И это чуть интереснее. Во-первых, потому что Ильяс перешел из Нави, а все мы помним, какой замес был между Virtus.pro и Нави. И Нави не очень хотелось, наверняка, отпускать Ильяса в плане, ну, дарить его, скажем так, своим конкурентам. И наверняка он стоил не так уж и дешево, поэтому и вообще это последнее время стало какой-то, не знаю, в Доте модой. Но, наверное, учитывая экосистему Доты, учитывая, как разработчик э, с командами, так сказать, взаимодействует, э, это э, по-своему правильно. Игроки заплатили половину суммы трансфера э, Ильяса из Нави ВП. Э, первый раз такое было, по-моему, с Роджером на моей памяти. Второй раз такое было с папарацци в 4 буквально пару недель назад. И вот это третий случай. Ну, из самых громких, из тех, что я помню, во всяком случае. А какая сумма трансфера? А вот этого я нигде не видел. Ага. Я думаю, тысяч 50 долларов, может. 30 какая-то. Нет, 50, я думаю, где-то. Слушай, ну решили вещь поспешить. Мы же говорили об этом, вроде на прошлом подкасте, или на позапрошлом, или на обоих, или на всех подряд, что, ну, я говорил, по-моему, что я практически знаю эту информацию, что ГПК Альяс будут, и э, что. Вот что у Ильяса, насколько я так понимаю, насколько я слышал, опять же, у него был контракт с Нави до конца года, как это часто делается. Ну, просто контракт, да, с 1 января, что называется, подписывается, а до 31 декабря. И можно было бы просто подождать два месяца, да? и э, ну и все, он бы закончился, ничего платить бы не пришлось. Но, видимо, посчитали, что два месяца слишком долго. Видимо, Эпик Лига, которая скоро начинается, сыграла как некоторую роль, потому что Ильясу бы не дали там играть, очевидно. Я так понимаю, Нави бы пошли просто в штыки, не позволили бы играть ему с Тендином, потому что, ну, это понятно, да? Типа, можно бы у вас он с у нас поиграть? Типа? Ну да, а. потому что может быть в другой ситуации, но учитывая историю с Зайцем да, совсем недавно. Да, 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 нет, да, да. Это... учитывая историю с Зайцем, учитывая, что э, это ну просто элементарный как бы ну обман по получился бы, ну грубо говоря обман, да, такая ну дурачка по типа а вот может он на нам просто поиграет, пока ему все равно ему там делать нечего у вас то он не играет, у вас же другой состав. Да, 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 и вот он играет два месяца Стэндильном, а потом просто разрывает, ну как бы не продлевает контракт и уходит в вертску. Э, понятное дело, что на это Нави бы просто не согласились, а, видимо, в же хотят поиграть а, вот как бы уже в full состав, уже начать как бы, ну, играть именно этим составом, да, чтобы тренироваться и так далее, без каких-либо проблем, проволочек, срачей. И решили просто, видимо, в этот раз менеджер Virtus.pro сделать все э, по уму, да, чтобы опять не началась какая-то история о том, что они там кого-то украли, кому-то не заплатили. Ну, короче, еще бы не хватало еще, одной, еще одного скандала с Virtus.pro и Na'Vi на фоне дота-игроков. Да? Я бы так сказал, это очень вредно бы могло сказаться и на самих игроках, дополнительная какая-то ненужная абсолютно мораль Такая ситуация, что вот мы обязаны там показать результат. Сейчас они в ситуации, когда они, ну, условно, никому ничего не должны. То есть все понимают, что они должны показывать какой-то результат, как и любые игроки в любой команде, они для этого в команду и набраны. Но здесь такая ситуация, что они там не чувствует какого-то там давления дополнительного. Потому что, ну, мы заплатили половину, да, и мы тоже потратились. Так что мы в такой же ситуации, как и вы, уважаемые, уважаемая организация. Ну да, так что здесь я считаю, что все здорово, ну и как я уже в твиттере у себя писал, <кх> день или два назад, что следующий анонс этой, ну, после ГПК следующий анонс это Ильяс, а следующий после этого анонс это то, что ВПП становится ВП. И этот анонс, в принципе, когда Эпик Лига начинается? Именно сама. Вот, Эпик Лига начинается 12 ноября. Ну вот до этого момента ждите. Ну я думаю, что он скоро будет. Мне кажется, что он будет вот прям вот на днях тоже, знаешь. Хотя может быть, может быть, чтобы нагнать... Ну, не все же так глубоко разбираются, не все наш подкаст слушают, да? Много людей, которые гадают. А что там с ВП? А что там с ВП? Ну, вот, а ВП играют на Эпик Лиге, да? Люди ходят, спрашивают, а что с ВП, а что с ВП? А кто играет-то? Состав-то непонятно какой? О-о-о, вот такие вот, да, ходят. И это создает некоторые, да, определенный ажиотаж дополнительный. Потому что люди начинают это обсуждать, люди начинают где-то спорить на этот счет. И ввиду этого можно протянуть с этим анонсом, я думаю, прям вот да вот до дня практически, да, чтобы все было, ну, чтобы тучи, тучи сгущались, по а официального анонса не было. Но он будет, это сопра, ну, ладно, не стоит, это 90, как обычно, 9 процентов в такой ситуации, всегда есть 1 процент, что что-то вдруг случится, но я думаю, что 99 процентов, что э, где-то вот в ближайшую там неделю будет анонс о том, что ВПП становится ВП, и именно они будут играть на Эпик а игроки ВП не знаю, где будут играть, это уже вопрос другого характера. Это вот и как раз-таки третья новость, о которой я говорил, которую, ну, собственно, и вот Ярослав тоже склоняется к мысли, что так и будет. Что не факт, я не уверен в том, что они прям скажут, что мы говорим, что ВПП — это ВП, прямо сейчас. Но то, что именно они будут играть на Эпик Лиге, ну... Нет, 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 это будет, это будет. Ну, ты, ты не понял, на Эпик Лиге... Да, я тебе... А, погоди, снова Шерлок Хомяк в деле. Я тебе напомню, что... Есфорс yes холдинг, там и ВП и Эпицентр. Они, конечно же, ну сами по себе там занимаются разными делами, безусловно. И вообще у них там разное руководство, разные люди, они там могут друг другу и палки в колеса ставить, если вдруг что не нравится. Это все понятно, это разные компании, но внутри холдинга. Ну они как бы общаются, в любом случае. И то, что именно анонс был, э, ну того, что там будут играть именно ВП. Понял? На Epic League. Ни ТБД, ни ВПП, ничего там, а именно Virtus.pro. Это точно говорит о том, что они сделают такой анонс. Понимаешь, они не будут э, ради этого что-то там менять э, в анонсе и говорить: типа, вот там в... это, нет, мы решили не ВП, а ВПП. Ну, а знаешь, в... я бы я просто. Не... Я у себя вкручу в голове, что я бы не удивился анонсу, что типа ВП заменены на Впп. С другой стороны, какой смысл, реально? Вот никакого какой смысл? Смысла, никакого смысла. Все хотят видеть ВП на Эпик Лиге. Вп, главную команду, основную. И это будут ВП. Только вот эти ВП уже, потому что тех ВП уже нет. Просто. Тем более исторически. Ну, я посмотрел видосик от миссис э, Марпл на канале Virtus.pro, что, оказывается, у Virtus.pro было не один раз по несколько составов в доте, но мы все хорошо помним, на самом деле. Ну, мы с Ярославом хорошо помним, что были NVMI, которые стали VP Polar, которые потом стали ВП, то есть да, это, это это уже было, это уже было, и Марпл, кстати говоря, уже сидит с игроками ВПП, а теперь где-то там в рейстике они ВП то есть все меняется. Вот единственное, я вообще вижу этот состав как реально супер топовый состав, который... Ну, я смотрю на него, и вот знаешь, вот ты смотришь на состав и думаешь, ну, ну опять какая-то там сбор пяти игроков, но вот я смотрю на этот состав, и я реально вижу как они могут занять хорошее место, если мы говорим про онлайн. Если мы говорим про лан, то им нужно вот что называется заматереть. Потому что ну на лане последний раз они очень сильно терялись. И здесь я вот сегодня зашел на твой стрим, и послушал, как ты говоришь про то, что Ну вот когда там мы пойдем там посидим куда-то, Нунчик там идут с Пашей, там с соло. Ну, не с Пашей уже. Не с Пашей, а... как раз таки. Паша никогда и не ходил да. свеча, вот он, по... по... он поэтому от них и ушел. Ну, вот, собственно, да, вот они идут куда-то там посидеть, а как бы эпилептику и сейву как-то не очень хочется. А здесь, вот, как раз таки, ребята примерно одного возраста, у них какие-то общие интересы. Они друзья. Я забыл, кто там с кем живет. ГПК с, ГПК, с Ильясом, ага. ГПК с Ильясом там вместе живут вообще замечательно. То есть, вот у этой команды есть, собственно говоря, такие дружеские отношения, что в Доте просто необходимо. Без этого никак. Пример На'ви, кстати говоря, нынешних отличный. Более того, эта команда моложе, чем. Да, наверное, чем практически все команды, которые сейчас есть у нас. Одна из самых молодых, если не самая молодая, на топ-уровне, да, команда. Тут же все буквально 20-летние или даже им моложе. И это, безусловно, ну, это огромный плюс. Единственное, что вот этой команде, я бы. Ну, это нужно понять, нужно ли это вообще? Ну, то есть 18, 19, 20, 19 и 18. То есть средний возраст, 18 с небольшим. Нужно ли этой команде и какого им нужно тренера? Я бы сказал, что вот конкретно этой команде нужен какой-то, скорее не тренер, а отец, <laughs> ну я не знаю, какой-то, который... Он не будет с ними там тусить где-то, он не будет э, э, им что-то советовать в игре, но он просто вот поможет им в какие-то тяжелые моменты, когда, ну у всех бывают такие моменты, и не знаю, как э, у вас в жизни, а я вспоминаю себя в 18-19 лет. Ну, очень тяжело э, вот среди пяти людей подобрать таких пятерых людей, которые в таком возрасте, ну никто никого, ни на кого там не покатит бочку где-то и не поругается лишний момент. Да вот будем... что-то такое. Ну да, да был, грудь, честны. Здесь же вообще это, ну как бы, знаешь, это такое время, ну, в возрасте в жизни человека. Тут как бы много чего и в первый раз, и вообще, и, как бы, знаешь, эта команда выигрывает, ну, предположим, какой-нибудь турнир крупный, да, там, или один, или парочку. На данный момент просто они не могут похвастаться вот это, конкретно это состав какими-то нереальными зарплатами, какими нереальными призовыми. Они что-то уже выиграли, уже от этого там офигели, но понимаешь, что такое? Вот, например, этот состав едет на интернешнл, занимает там что место какое-то, получается, сколько там, 3 миллиона долларов Shire, um, много, ну, много-много. Много долларов, короче, получает, много долларов. И вот неожиданно, там, эпилептик какой-то, который, образно говоря, доширак ел два года назад, сидел в доту играл, uh, у него просто, ну, он смотрит банковский, банковский счет свой, а там 500 тысяч долларов на нем. Uh, как бы, а тебе 19 лет в этот момент. Ну, на самом деле, uh, как бы, не... Uh, ну, не, немножко не поехать кукухой... Вот в прямом Но, смысле этого да. слова. Довольно тяжело, это просто факт. И действительно им ну, нужен такой... Особенно вот, если тебе в этом будут помогать, скажем Особенно так. Особенно если тебе будут помогать в этом, да, там всегда кто-то найдется. Даже если ты сам а, ничего не хочешь делать, ты такой тихонье и вообще, всегда найдется какой-то чел. Он всегда есть. Чел, не знаю, откуда он берется. Ну, какой-то чел, который тебя обязательно забайтит на разные разнообразные вещи, а там как бы потом сам смотри. А, так что... Да, ну, действительно, нужен такой вот надзор, надзор, типа, отцовский, отцовский надзор. Вообще, я считаю, сказал бы, что им нужен какой-то такой вот крепкий тренер, знаешь, я даже не могу привести пример, Дред, может, какой-то, ну, если бы он занимался этим, вот, или кто там, не, не хвост, не хвост, не хвост как раз тот самый чел. Ну вот, короче, какой-то дряд мне почему-то в голову пришел вот, ей богу, ну, вот кто-то такой. А, но ну, где они такого человека, кстати, возьмут? Я не имею понятия. Я но им, но им нужен, но им нужен. Я в этом более чем уверен. Им реально нужен какой-то тренер. Вот где его взять? Это вопрос десятый. Но ну тут менеджменту надо работать. Это их работа, не наша с тобой, в принципе. -то. Да. И вот это сейчас ну основной момент, потому что действительно, ну как вот мне Лост, например, рассказывал, что когда Нави выиграли Инт. Что из Gravity, когда они собирались расслабиться типа, мы уже победили, он им говорил: что нет, вы должны еще. Вы должны еще выиграть. Типа, ни в коем случае. Надо сейчас еще. Вот прямо сейчас. Не, не следующее, а прямо этот турнир. И так вот, каждый раз, именно благодаря этому, они выигрывали тогда все и стали легендарной командой. Потому что команда, которая выиграла инт и скатилась, как показывает практика, они вспоминают так себе в доте типа винкс. Ну, винкс, например, да. Винкс. Да, да, это, тоже, это, вспомнил, кто это вспомнит, не легендарные команды, а команда, которая реально там даже даже вот не выигрывала инт, но тащила бы. Секрет возьмем мы. Вот это, да, вот это запоминается и запоминается гораздо больше. А если этим еще дополняется выигрыш какого-то супер крутого турнира, то да. И вот как раз такой команде. Ну даже вот как-то в нашем обсуждении такое редко бывает, но как-то даже нет э, сомнения, что у нее успех будет. Есть, конечно, небольшая такая толика, что, ну, может не пойти, но э, Скорее верится в то, что будет как, вот у нас, знаешь, классическая история СНГ. Мне кажется, и у тебя где-то была такая история, там в, в твоей карьере, и у На'ви была, и у, вообще и у ВП была, что вот начинают играть, и так все результаты, так все результаты, и потом в какой-то момент уже как бы все, а потом начинается. Если вспомнить там вот ВП, золотой состав с Пашей Лилом, да, Рамзесом, Нунчиком, то у них же тоже, они там взяли перерыв, потом у них так себе, так себе, а потом как вернулись, как пошло, 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 и где-то в какой-то момент казалось, все, они уже, все, вылетают, но они цепляются за группу, выходят в плей-офф, и дальше, и дальше, и дальше, и так на протяжении там двух лет. А потом какая-то замена и еще. Ну вот, вот мне верится, что у этого состава может быть так, но, конечно... Поработать организации как раз-таки здесь вот придется. Они молодцы, что собрали именно эту пятерку. Но теперь удачи. Причем забавно, что про каждого из игроков а, говорили, мол... Про Ильяса в Нави говорили, что да, да, этот парень, он будет. Про ГПК уже давно все. Эпилептика Сейва нашли. Дем, разве что вот он как-то появился, так влился. Он, он, кстати говоря, главное медийное лицо этой команды, получается. Потому что я везде, где не увижу, он во всех каких-то новостях снимается, куда-то там ездит. Ну, нормально. Должен быть и такой человек. Ну, и в принципе, по игре, где ему не сказал, бы, что там какие-то серьезные вопросы. В общем, удачи парням. Ждем а, анонсов. Ждем главного анонса, когда они уже, скажем так, будут где-то играть. Если это будет Эпик Лига. Которую мы с нетерпением ждем, то посмотрим за ними там с 12 числа. Но ну, а пока режим ожидания. Что ж, на этом рубрика трансфер. Все. На слушай, 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 да, ну сейчас будем переходить дальше, но а, тут <сминут> <сминут> про DM я вспомнил. Я тоже такой Дием. Вот. А, честно сказать, среди этой команды, вот ну, состава вот этого, я когда смотрел игры, его игра вызывала мне больше всего вопросов. Ну, оно такое, типа, вызывает вопросы, а может, и потом. Наоборот, не будет вызывать, но пока вызывало некоторые вопросы, да, там были. Но это не важно. Будем следить, так сказать, как там у них дальше пойдет. Все-таки надо уже ну, с, точный состав по по получить, да, чтобы начать трениться, и дальше уже можно задавать вопросы более конкретные, если они будут. Но про Диама я вот что вспомнил: Мы когда на Шанхайском, ну, на Интернешнале были, в прошлом, который в Шанхае был э, Я помню, как мы сидели, пили, а в Браунстоуне. Вот, и Алохас там на Интернешнале прям <социт> собирал состав себе. <социт> вот. И он там каких-то людей называл и говорит: А Дем", Дим говорит: у меня будет на харде. Вот. Это, не знаю, это комплимент или нет, но Алоха собирался Диема взять на Харду. Вот. Это я запомнил. Да. Все. то есть еще тогда. А, и да, и, и еще такой момент. Вот ты мне сегодня... Я не просто так сегодня сравнивал Cyber Legacy с G2. Это все влияние Вилата Потому что он их сравнил, так завуалировано в своем Твиттере. И вот как раз-таки из его Телеграма, Инфа, ну, говорю это потому что... Как бы чтобы вы понимали, что это не какой-то там первоисточник, да, ну и вообще откуда эта информация. Собственно, он написал, что м -м, а этот вопрос меня мучил давно, и даже людей мучил вопрос: узнал ли я у тебя, почему ВВП снялись с ESL? -а? Там ВВП снялись с ЕСЛ. -а. Помнишь вот эту историю? Да, 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 да. Так, собственно говоря, он написал, что как раз-таки они а, снялись, потому что не хотели играть неполным составом. Да, вот. так вы, мне кажется, это обсуждали этот момент, что типа просто возможно не захотели играть не составом, потому составу. Ну, это такое. Я, я не помню, я видимо этого не запомнил, потому что. А вот тут мне прям бросилась в глаза эта строчка. Для, для меня это прям такой был важный вопрос. Я хотел знать, почему, почему они не пошли. Ну теперь понятно. Да, ну и что касается основного состава, наверное еще пару слов можно сказать, ну в смысле бывшего основного, ну на Соло Резолюшна. Вообще, конечно, интересная ситуация. То есть игроки супер э, именитые, но мне кажется, многие из них либо уже перешли, либо на стадии перехода вот как раз-таки в такое состояние, когда игрок с пика своей формы становится чуть хуже. И ну, играть становится значительно сложнее. То есть ты на пике, то у тебя огромное количество конкурентов различных, а как только ты с этого пика слезаешь, тебе становится сложнее. Но при этом у них, насколько я понимаю, гигантские финансовые аппетиты, организация, соответственно, не может. Ну, опять же, никаких подтверждений нет, но у меня нет поводов думать иначе. Организация просто не может и не хочет. А с таким составом, как они собрали сейчас, и не факт, что целесообразно содержать э, второй состав. И неизвестно, что с этим составом будет. Я просто вот о чем подумал. В этом составе, ведь э, в составе Нун, Заяц, э, э, Соло, АЛТВ и пятый игрок. Резольв. Резолюшн, да. Вот в этом составе. Да, я я так давно его не видел, что я уже не могу назвать его быстро. Просто если говорить про Нунчика и Соло, то они, ну, не выигрывали за последние пару лет, ну, будем честны. Если говорить про, Лизо, про Лизоля, то он где-то поиграл, но достижений гораздо меньше. Но вот конкретно в случае с Зайцем и ЛТВ, ну, ЛТВ еще супер молодой, конечно. А, что касается Зайца, он вот перешел, и вроде бы он такой вот сильный, хороший игрок, но мне кажется, ему так вот подруинила вся эта ситуация с этим составом карьеру, потому что по факту сейчас непонятно, где он будет играть, с кем он будет играть, как он будет играть. А самое главное, что я не вижу в этом составе сейчас такого потенциала, чтобы он просто... Да что уж там я не вижу? Он и не разносил последнее время. Он не показывал каких-то сверхрезультатов, а скорее даже ниже ожидаемого. И вот в этом плане, конечно, немного грустно мне. Но... Ну, что поделать? Э, ну да, но там игроки разбегаются, там игроки разбегаются, то есть это же не будет такого состава, они же не в полном этом составе ищут себе. Ну мы не знаем. Ну и ЛТВ мы обсуждали уже, что он э, лифт да, Вообще ушел. Да, mm -hmm. а про других там, ну, не говорят, но там тоже уже кто-то куда-то ушел, а кто-то откуда-то пришел и так далее. Да, интересно, ну, как бы, опять же, мы вроде уже говорили про это, но мне просто даже интересно вот посмотреть, а кто в итоге, кто в итоге захочет им, ну, их подписывать, да? Потому что по моим скромным оценкам содержание вот этого состава, который они там насобирали, вроде как, или еще что-то там на плане насобирают, будет стоить, ты знаешь, не знаю, где-то миллиона полтора-два в год. У меня другой вопрос. Ну хорошо, допустим, дол платить? долларов ты имеешь ну, в виду. Не рублей, понятное дело, не рублей. Кто а, готов платить? У мы... Это я очень накидал, очень, так знаешь. Ну я понимаю, быть, да. Я понимаю, ключик, что это примерно. Ну, ты, ты понял. В любом случае, порядок цифр он такой. А, кто сейчас в мире, где вот эта вот а, некоторая организация, которая готова тянуть? эту лямку, что называется, да, так такие расходы. И ради чего? Да. Потому что даже непонятно, где интернешнл, где что там. Я бы так сказал. Даже доп, допустим, что сейчас за каждую победу организация будет получать много. Ну я не знаю, там контракт каждый нереальный, там с hand and Шолдерсом, Фрутисом, потом горячая штучка, ну и и все такое, короче, реально топовые темы, из которых можно выбить огромное количество денег. Короче говоря, собственно. Как понять, э, что этот состав будет выигрывать вообще? Ну, я не знаю, про какой-то конкретно. Но там ходили слухи ну, насчет Сумаила и на так далее. Ну, я что-то тоже ходили слух, да, нет, ну так это, это, же, это же вроде дворянки нас все спалили. Ну, там что-то типа Рамзес, Нун, Сумаил и кто-то. Кто, кстати. Ямич. Ямич. Ну, что-то... Нет, слухи такие. На самом деле, вот, честно тебе скажу, я последние пару недель вообще не интересовался. Что у них там? Ну, то есть ты сам понимаешь, как это работает? там же все в режиме вот этого вот гулеша такого, который бурлит, там постоянно что-то может произойти. Холодца. Ну да, или холодец, который Постоянно что-то может произойти, вот сегодня они там хотели играть там вместе с Сумаилом, а завтра уже не хотят, или Сумаил не хочет, или Сумаила позвали в секрет, или еще что-то, или еще там какая-то история, ну, сам понимаешь. Короче, там может что-то измениться. Я говорю, я недели две вообще не интересовался, ни у кого не спрашивал, никаких справок не наводил, поэтому я даже не в курсе сейчас сказать, какой именно сейчас там состав у них, в разработке. Но последнее, что слышал: это вот ты было Рамзес, Соло, Нун, этот э, Сумаил, и какой-то там еще чел. Вот что-то такое. Вот, и действительно непонятно, то есть ты, например, если согласишься подписать их на их, так скажем, ну, желание, а будет, будет ли какой-то результат вообще? То есть они же, они там, конечно, пообещают и даже сами будут уверены, но это немножко расходится с делом, да? То есть оно-то может и получиться, но ну, а может же и не получиться, правильно? Никто не Мне нравится. кажется, только один есть путь у такой команды, это просто стать топовой командой и занимать... Топ-6 и выше что-то иногда выигрывать, просто стать тир-один командой и стать очередными Secret, Nigma и OG. То есть, там, нанять себе какого-то менеджера, там, какого-то еще человека, который плюс будет заниматься, стать такой вот организацией. А если же, ну, потому что вряд ли их кто-то подпишет слишком дорого, ну, и им это не так нужно. А с другой стороны, если результатов не будет, то тут все, конечно, ну, тут все и так понятно, да, и организации нет, и результатов нет. Вот это еще немножко так мы пообсуждали, закрыли трансферную тему, но она действительно такая большая и наболевшая, и можно перейти немножечко к новостям, даже не зная, с чего здесь начать, начнем, да вот с Лиги Легенд начнем, просто подведем итог, пару новостей было, все началось у нас с чемпионата мира по Лиге Легенда, обсуждение Лола уже давнишнее. И не знаю, что мы будем по Лиге Легенд обсуждать в ближайшее время, потому что, ну, собственно, там сейчас ничего не происходит. Но вот сегодня еще есть что обсудить. Состоялись, наконец-таки, финалы, которые прошли на стадионе со зрителями, с церемонией открытия. Но вот церемония открытия... Ярик, ты вообще видел ее? Честно, нет, что-то я пропустил полностью, я лол, я посмотрел немного гранд-финала, именно самого гранд-финала, но, знаешь, я не очень люблю Лигу Легенд, ну, как игру именно, понял, ну, да -да, сама игра понял. мне не нравится, и поэтому я так посмотрел одну карту, ну, так, типа, пожал плечами, говорю, ну, и ладно, увидел, что на Твиче в этот момент смотрело ее где-то полтора миллиона человек, ну, в сумме, да. Рекорды классов. безумные. Да, я так прикинул, что еще где-то в Китае на их там платформах еще, видимо, несколько миллионов минимум, если там не вообще не под 10, потому что, собственно, основная аудитория Лола она в Китае то и находится. Еще, возможно, где-то на Ютубе, я не знаю, есть у них там трансляция, но я думаю, что да. Ну, короче, я понял, что смотрело просто нереальное количество народу, ну и сказал, классно, рад за Лол, ну и все. Вот. В общем, церемония открытия вышла, ну, я бы сказал так, что вот по меркам церемонии открытия, которую я видел, там, в том числе и в Доте, которые были, она была неплохой, но с точки зрения церемонии открытия в Лиге Легенд, она была, ну, скажем так, недостаточно красивые, что ли. То есть было видно, что вот эти вот дополненные виртуальные реальности, что как-то свет не так круто падает, что не было, может быть, не было достаточное количество артистов или в, в целом не так масштабно. То есть вот Лига Легенд решила все-таки провести лан-финалы, и это круто, и они молодцы, но все-таки люди ничего не смогли сделать со своими ожиданиями. Все-таки, когда ты видел 2-3 года подряд супер крутую церемонию открытия, которая с каждым годом была лучше, вернуться куда-то назад и даже еще дальше Дальше, то есть увидеть что-то несоответствующее заявленному качеству, и даже сказав все, что ну да, сейчас типа пандемия, сейчас сложно сделать так же круто. Все равно э, от этого ощущения неполноценности ты не отделаешься. И, в общем-то, так э, и было с этой церемонией открытия, что в целом она не получилась провальной. Там даже есть такие более-менее эпические моменты. Там в конце падает, э, когда игроки выходят, на них падает этот герой. Э, ну даже даже когда он стоит, вот э, ты сейчас, если смотришь видео. Ну, короче, можно найти этот момент, это где-то под конец. Там даже видно, как у него там тень падает немножко кривовато. Ну, то есть с драконом такого не было, который прилетал. Ну, блин, ну что ты докопался? Или ты комментарии не. почитал? Не-не-не, я к тому, что просто ну, просто вот впечатление, да, о том, как это все прошло, что у тебя есть выбор, не делать вообще никак, как вот пошли Valve, или сделать, ну, постараться как можно лучше, но все-таки в условиях пандемии. И получилось не так круто, как в прошлые годы. Но все равно это был лан-финал, все равно они сделали какую-то церемонию открытия. И опять же, если сравнивать с церемонией открытия интов, то она получилась, я бы сказал, очень крутой. Да, ну просто в Лиге Легенд э Церемония открытия, обычно, это просто ну, next level. Ну, бред. Это что с чем-то. С дотой сравнил ты, конечно. Там Габен вышел, пузом потряснул. На русском стриме без звука, кстати говоря. Вот и вся церемония. Ну, да, ну... Ну, молодцы, ну, в любом случае, чё, 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 чё. А, мне кажется, только, только последний какой-то, ну, дура, дура, дурашлёп стал бы где-то писать, а вот не так, как, как прежде. Ну, да, не так, ну, блин. Реально сейчас тяжело это. Какие, какие вообще сложности с любой фигней. Вот тебе нужно что нибудь там, какая-нибудь э, аппаратура, например, откуда это заказать ее. Она все долго доставляется, что-то вообще не летают самолеты, где-то еще какая-то проблема. Ну, конечно, со, всем чем угодно проблемы, блин. Потому что они, если они хоть что то смогли сделать, но это уже как бы памятник. Да, ну там, в принципе, вот и толерантное западное сообщество, там такие комментарии, что типа, да, это так круто, вы так постарались. Но я не могу ничего сделать с тем, что в внутри где-то я ожидал другого. Ну, свои внутренние ожидания, к сожалению, их... Как а, говорил кто у нас, Широков? Говорил, что ваши ожидания — это ваши проблемы. Но тем я не менее... Говорил мере... Широков, а также половина наших киберспортсменов. Там можно в очередь их выстраивать, там каждый говорит, что... Я как-то раз спорил... Не скажу с кем. Я понял что лучше не буду говорить. С кем ну, спорил с одним известным киберспортсменом, дотером, говорил ему о том, что аудитория это очень важно, его аудитория. А он реально не понимал, ну, как бы вот, то есть он не троллил меня, не стебал. Он пытался понять, типа, мою мысль. Я говорю: а, твоя аудитория. Твоя аудитория, твои зрители, вот ваши фанаты, это очень важно, я ему говорю. Он говорит, почему? я не понимаю, ведь я играю просто вот в свою игру, какая мне разница, что, что там люди типа смотрят, не смотрят, мне вообще пофигу, я играю, вот, ну и то есть, и там прям вот именно вот такое вот дерево, которое просто не может понять, я просто, я хотел сказать, кто это был, но потом подумал, что, ну, возможно, человек это давно было, может быть, человек изменил и мнение, а зачем мне сейчас его, так сказать, Тут обречать в таких э, штуках, но, понимаете, и этот человек со мной спорил, то есть он мне это рассказывал. Ну, как бы, вероятно, доверяю, что я не буду никому рассказывать, но вот я как бы и не говорю, кто это был, да, а, то есть как бы я, я сдержал обещание. А, ну, я не давал такого обещания, но он, видимо, изначально Подразумевал, что я не буду рассказывать. Но, то, но он это рассказывал. А представляете себе, какое количество людей э, не говорит этого, говорит на камеру, что да мне пипец, как важно, наши фанаты. А сам думает, да сука, ваши фанаты, я тебе в жопу вся». Этих людей, поверьте, их очень много. А это на самом деле, ну, такая проблема, потому что. Мне кажется, это так неправильно. Ну, ты же должен прекрасно это понимать, что не ваша, же. Ну, короче. Что тут объяснять, блин? Забавно, что уже люди подобрали сами нескольких человек, скажем так, у нас в чате. Ну, вот об этом и речь: что некоторые не особо и скрывают, и по большому счету, если это прям твои жесткие убеждения, ты не особо это скроешь. По поводу Лиги легенд Дамвон Гейминг победили, как и прогнозировали, как и говорили, что это будет легкий финал. Я посмотрел там вторую карту, где как раз э, Сунинг э, смогли ее отжать, но это получился стандартный финал 3-1. То есть большинство же игр они так и заканчиваются 3-1, где фаворит берет первую, потом чуть расслабляется во второй, а потом говорит: нет, все, ладно, мы не хотим там э, вторую карту вам отдавать и. 3-1 выигрывает. Так что корейский лол оказался сильнее в очередной раз, уже бесчетное количество раз. Китайский лол на втором месте. G2 Esports, молодцы, красавцы, все-таки смогли занять выйти в полуфинал, скажем так. И европейский лол. Ну, наш снг лол, мы уже про него рассказывали. Но это не все по Лиге Легенд, потому что райты продолжают как-то сказать, масштабировать как-то свою вот эту вселенную, создавать какие-то ответвления, спин-оффы, и на этот раз выйдет Ruined King, ролевая пошаговая игра по вселенной Лиги Легенд. С ума сойти. Ну, да. Ничего не могу я по этому поводу сказать, потому что она еще не вышла, понимаешь? А я смотрел этот трейлер, Трейлер смотрел, да? А он, ну как, он видно, что, ну как это синематик, да, то есть это не по, ну это не, из игры там ноль, там ничего. А, нет. Там нет геймплея, там это только геймплея, да. герои из Лиги легенд машут. Э да, поэтому тяжело что-либо сказать о том, что еще даже и ни в коем виде не вышло, но э, есть некоторые опасения у меня, как и всегда, но я просто, я не знаю, я, не, я смотрю на продуктовую линейку именно Риотов, она мне так не нравится, что я не удивлюсь, если я просто посмотрю на это, а в очередной раз скажу, боже мой, да ну хватит выпускать игры, как будто бы сейчас 2010 и закрою, но может быть и не так, кто знает, я люблю хорошую РПГ, я люблю хорошую РПГ. Хороших РПГ не так много. Хороших РПГ не так много. И я любой тип рад. Вот если выходит хорошая РПГ, хорошая ролевая игра, я рад. И мне тут вообще не важно, что за вселенная, что не вселенная. Какая какая разница. Типа. Я погружусь в любую вселенную, если она интересна. Поэтому будем ждать. Если выйдет хорошая игра, то что, с кайфом и сам поиграю в нее. Ну, я, к сожалению, тоже не фанат. Почему говорю, к сожалению? Потому что я как раз-таки, мне кажется, все-таки фанат пошаговых РПГ, рассчитанных на одиночное прохождение, да, и, мне кажется, людей моего возраста, заставших как раз-таки Fallout, очень мало не фанатов и, из тех, кто играл после этой игры, но она должна быть реально хорошей, и вот что сделают ра это непонятно, но интересно то, что это вот именно не какая-то там онлайновая штука с э, ММО, там, а именно пошаговый РПГ, рассчитанный на одиночное прохождение, то есть ты там сам что-то делаешь, ну, Нетипично. Я бы сказал, после всех этих анонсов, рассчитанных на мобильный гейминг, таких вот, где много денег, в этой игре такое ощущение, что много денег они не срубят, даже если на продают ее. Но, тем не менее, это еще один, как сказать, это еще один продукт, который вот налепливается на вот эту вот вселенную. То есть у них тут, 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 и все это одна вселенная, и это тоже прикольно. Кстати говоря, мне нравится, вот я сейчас подумал об этом, я почему, ну, не почему бывает, что я о чем-то не подумал. Да, ты сейчас сказал, я вдруг подумал. Действительно, э, ведь действительно это не тот проект, который заработает много денег, ни при каких он не может сейчас сингл игра, сингл какая-то РПГ пошаговая, заработать много денег. Это вообще не то. Много денег сейчас зарабатывают всякие онлайны, мобилки, коопчики, вот и все такое. Где можно скинчики пока продавать, которыми, мо которые можно всем показывать, потому что это онлайн и ля-ля-ля всякие игры с подписками и прочее. Вот где бабки. А действительно, сингл какая-то игра, а RPG, тем более пошаговая, это не игра про заработок. Зато э, возможно, видишь, как вот есть вероятность, что там у них в продуктовом этом отделе Риотов, который именно занимается разработкой, э, кому-то дали возможность вот такое творчество. То есть пришел, может, какой-нибудь э, гейм-дизайнер, один из главных, да, и говорит, слушайте, я хочу вот, э, вот такую игру, мне кажется, будет интересно. Ему, возможно, позволили, да, проявить ну, как бы попробовать. Потому что у них есть ресурсы, очевидно, у Риотов есть финансы, да? Может быть, вот как-то так. Это, кстати говоря, очень, мне кажется, позитивная, а, позитивная такая штука в компании, знаешь, когда вот есть какой-то чел, вот он с первого дня там работает, он пипец много сделал, и он говорит, блин, да, я потрачу деньги, ресурсы нашим, наших людей, они будут работать, делать, я хрен знает, что получится, подевая, но вот, ну, я хочу, типа, ему говорят, давай, и вот он, типа, вот, возможно, это было как-то так, потому что действительно это не про бизнес, вот эта игра, это действительно не про то, как заработать кучу денег. Хочешь заработать кучу денег, делаешь мобильный лол, ну, собственно, как его делают, делаешь все остальное, а это какая-то такая обособленная вообще штучка. Получается. Ну вот говорят, что у нас в чате пишут, что не рают, делают они а издатели. Но по сути делает и меняет только тот факт, что не в рай человек пришел, а кто-то пришел к раю и сказал, что давайте мы вот по вашей... Они же не могут сделать игру по их вселенной. Они же потом, ну... Эта компания от исков не, не разгребет эти бумажки. Э, исковые заявления от Riot, их забанят везде без разрешения. То есть э, давайте мы сделаем по вашей, или Riot сами захотели, и какую-то компанию. Но ну, суть в том, что это немногое меняет то, что они издатели, на мой взгляд, вот в этом плане. То есть одно дело, если бы это было, знаешь, что-то из серии... Не-не, я даже не могу придумать что-то, что меняло бы суть, скажем так. Ну, кое-что меняет, но в любом случае. В любом случае, это просто говорит о том, что где-то они хотят вот посмотреть, что будет не только в сфере зарабатывания бабла, понимаете? Не только в месте, где заколачивают лавандосы бесконечно, а и в какой-то другой, ну, более там, ну, более нишевая история, посмотреть, что из этого выйдет, да, может быть, как-то это прикрутить все к лору, ну, короче, это интересно, в любом случае, это круто, когда вокруг вот игры, а, много же мы обсуждали, да, вот я часто это люблю говорить, что в доте лора нет, там даже кто-то выпустил видос, что NS неправ, в доте есть лор, но мы все прекрасно понимаем, что кто бы там что ни говорил, в доте лора нет, вот, ну, как бы качественного лора нет в, World, ну, в варкрафте вот в мире варкрафта лор есть да где-то там еще лор есть в доте лора нет то что там какие-то потуги это не лор это какие-то обрывки и а, ну типа наброски и все и, ну и в лоле лор, лора как такового, типа именно самого в лоле, все-таки его нет. А почему? Ну, потому что это игры немножко не такие, да. Это не лор, обра... а, Точнее, лор не образует эту игру. Это как бы бесконечная батл арена бесконечная драка какая-то. Какой может быть в ней действительно проработанный и серьезный лор? В ней нет сюжетных каких-то движух, да? Поэтому там не может быть и, и реально крутого лора. Поэтому и в лоле какого-то мега реально крутого лора нет. Какой-то мега супер там запутанной истории. Ну, сравнивать можно с Вовом, да, с Варкрафтом. Вот где лор, вот он, лор. А там этого тоже нет. Но когда ты начинаешь выпускать игры по этой вселенной, вот типа РПГ, вот тут этот лор, он и ну, как бы нарастает сверху. На... Потому что теперь уже есть какой-то сюжет. Потому что в момент, когда вот эти вот Тарик вместе с Джинкс и Каталиной и Каролиной и кто там еще есть, они не дрались бесконечно здесь, а они пошли там куда-то и вот в этой РПГ это рассказывается, вот тут -то очень много лорота можно приплюсовать и хорошенько его сверху навалить, так чтобы это не вызывало вопросов, противоречий и прочего. Это прикольно. То есть это как раз-таки, это классное продолжение. В их поняли, что нельзя просто всю жизнь сидеть на мобе, где все время дерутся просто 5 на 5, и больше ничего не происходит. И нужно как-то дальше это двигать, да, в разные направления. Что-то вообще отдельное делать, типа в Лоранта, а где-то вот, например, делать игры по этой же вселенной, спин и так называемые, да, через которые можно будет рассказывать историю, объединять историю. Это очень круто. Ну, типа, это вообще-то это первое, что в голову приходит. Но, как бы, опять же, мы сидим в рука об руку с Вальво, у них там свои дела, им это просто все неинтересно. Ариоты молодцы, они в правильном направлении, как мне видится, двигаются. Да, ну и вот нам как раз написали в чате, я вот до этого тоже не видел, и сейчас вот как раз нашел информацию, что у них открылась Riot Forge, так называемая, то есть это издательское такая вот издательское подразделение, где они будут работать как раз-таки помогать студиям издавать игры под своей вот под свои гиды что ли. Это то есть как раз таки, если говорить про эту игру, эта игра не нацелена на сбор каких-то массовых да, средств. Но вот как раз таки Riot Forge потенциально может принести им очень много, если они разрастутся и будут каким-то вот таким вот мега издателем, через который будет проходить куча-куча всего. То есть это будет выгодно всем. Ну интересно, что из этого получится на самом деле. Вот я так понимаю, это первый проект, который они, ну первый такой яркий, который они, собственно говоря, анонсировали. Будем следить. И спасибо вам, друзья, что подкидываете также информацию. Ну, в принципе, на Лиге Легенд и а Riot, на сегодня все. Переходим к Доте. В Доте начнем с киберспортивной части. Ну, прежде всего, вчера закончился ESL, который выиграли Liquid, с чем мы их поздравляем. Второе место на Ави заняли. Это я бы сказал, более чем удовлетворительный результат получился, учитывая, что вначале шли разговоры о том, что если Нави выйдут в плей-офф их там, ну, Flight to Moon а под крылом На'ви, то их подпишут окончательно. Но мне кажется, вопрос решился уже давным-давно слишком уж хороший результат. А ну, несколько вещей, о которых хотелось поговорить. Ну, начнем с того, что просто сверхсенсации стало поражение Secret. Они в какой-то момент сломались, просто надломились. Я так скажу, что турнир шел для них в целом тяжело. То есть они там 2-0-2-0-2-0 вроде сыграли, но по играм было видно, что прям так ну так натянуто все. Но казалось, что плей-офф они, как всегда, разыграются. Но потом была встреча с Madgoleм, где дважды их покарали зомби-висп. И я бо больше скажу, что вот я смотрел эти игры, у меня было ощущение, что именно Висп. Ну вот это та игра, где ты вот почти у тебя все получилось, но Висп где-то кого-то захилил, и все. И вот раз Висп, два Висп. Там была шикарная игра, где Энигма не смогла с четырьмя милишниками справиться, потому что просто настолько было много хп от хила, урона, Марс, Хаус Найт и Лайфстиллер, и Андайнг, и Висп. Пять силовиков. Жесть. В общем, э, проиграли им сначала, потом проиграли Liquid. Ну, это уже не так много людей удивило, хотя это поставило окончательную точку вот именно на э, серии выигранных турниров от Secret. Ну, меня это не удивляет абсолютно, и я думаю, что вряд ли найдется хоть один адекватный человек в мире, который будет там крест на Secret ставить или еще что-то. Ну, только те, кто поставили ставочки и проиграли, конечно, это понятно. Э, потому что, ну, блин, ну, рано или поздно это должно было случиться. Да, поражение от Матголемс эм, э, это, ну, как бы так, типа, удивительно немножко. Но, с другой стороны, и Матголемс -то эти, тоже, знаешь, не лыком шит. А они и Ликвид на этом турнире обыграли. Они э, неплохо обыграли. шли, да? Да, да. Ну, то есть это так, такая вот, э, ну, неожиданно появилась вот Команда, которая неплохо играет. Как викинги вот появились, вот и мадголимс появились. Ну, викинги немножко другая сторона. Они там долго к этому шли. Но не суть. А Просто, ну, иногда так бывает, что появляется новая команда, которая начинает неплохо выступать. Вот мадголимс это такая. Сможет ли она продержаться там, до, ну, долгое время, это вопрос. Но, как бы, вот это такая вот заявочка, обыграть секрет. Да? А, ну, короче, вообще не удивляет. Ну, проиграли, проиграли. И это... Опа. Я так понимаю, я остался в гордом одиночестве. Ярослав ко мне вернется. Да, да, это так. Ну, собственно, дождемся от него сейчас вестей каких-то. Наверняка в скором времени. Либо он просто законнектится. Может, он просто закрыл, Алло. Э, закрыл браузер. Алло! Э, так вот, э, Алло. собственно говоря... о. Здорово. что-то интернет лаганул, походу, на пару секунд буквально. Ну, а знаешь, что на пару секунд это отвалится полностью. Я виртуозно забил паузу, никто не заметил. Понял. А, осуста... Так вот, короче, я а, говорю, на месте секретов, на месте какого-то тренера, там, или, не знаю, самого Пупе, или всей команды, уже давно бы собрался, и вообще, возможно, взял бы какой-то перерыв, знаешь, на месяцок, вообще бы в доту не играл. Да зачем это нужно? Ну, типа, пожалейте себя. Это же, ну, просто перегореть можно, серьезно. Вот они играют, и играют, и играют, и играют, и играют, и играют. Ну, рано или поздно, конечно, ты проиграешь. Uh, ну, может быть, просто оно и не нужно столько-то играть, uh, потому что кто бы что ни говорил, а ты потихонечку выгораешь. А главные uh, старты, что называется, они все-таки впереди. Интернешнл, там, DPC сезон, какой он там бы ни был, да, и прочее. Там нужно будет собираться, так что никакого удивления по этому поводу нет у меня лично. Вот. Ну да, проиграли, но в общем-то в целом результат они не провалили, показали это четвертое место. Мадголем заняли третье, Нави вышли в гранд-финал поверхней сетки, но вчера проиграли Ликвидом, Знаю, что ты смотрел и разбирал эти игры. Я вот так вот до старта этих игр для себя решил, что для меня будет вот фаворит определяться именно на стадии драфта. То есть то, что эти команды, вот эти три команды Мадголем, Снави, Ликвид, они могут друг друга обыграть, у меня сомнений вообще не было никаких. Но вот именно драфты, мне кажется, так и получилось. И я вот зашел еще к Шадо на стрим, в принципе, он во многом так и сказал, вот на твой взгляд, много ли решалось, решалось на драфтах, или по игре где-то смогли еще ликвид перевернуть, скажем так, драфтовую эту историю. У тебя какой-то вопрос из разряда, знаешь, э, Ну, такой какой-то супер дефолт, но ну, понятное дело. Ты любого же человека спроси, который разбирается в этой всей истории в дотке, я имею в виду, что он скажет, что э, там, не знаю, 50% игры это драфт, или 80% игры ну, это. Слушай, драфт. знаешь, иногда бывает э, такая ситуация, что вот там первую третью хорошо задрафтили, но где-то наошибались, и все. А мы, видишь, порой там, зрители, порой зрители ждут от комментаторов, да, что комментаторы расскажут про драфт там что-то. Или, или от аналитиков, или от еще кого-то, не знаю, блин. Но надо же понимать прекрасно, что вот сидят эти команды, да, профессиональные, они пикают героев, и обе уверены, что они правы, да? Но потом оказывается, что кто-то из них не прав. И притом они сами этого даже не поняли во время пика. А может быть, поняли, но не до конца. А может быть, не поняли. И поняли потом, уже после, постфактум, когда проиграли, говорят, блин, офигеть, наш крутой вот этот пик, который мы думали, что крутой, офигеть, он не работает, потому что АБЦВГД, да? Поэтому я говорю, я вот смотрю, ну, по факту можно сказать, ну типа, да, там проиграли где-то на драфте, но по факту оно непонятно. То есть ты частенько, ты смотришь на это, вот у тебя в голове какая-то картина, на деле она вообще... Получается, какая-то совершенно иная, да? Кто это знал? Да, это сами какие порой не знали, что так будет. Ну, то есть, я бы не сказал, что там везде, короче, по драфту. Я считаю, что. Я, короче, скажем, по-другому даже скажу. Я считаю, что драфт не нужно отделять от игры. Это все одна часть игры. Сначала это драфт, а потом этим драфтом надо будет играть. И это проигрыш, да? Если ты проиграл где-то в драфте, для меня это неотделимо от игры. Вообще никак. Я не хочу это делить. Мне не нравится, вот что я сейчас понял. То я, ну, ну вот и все, понял идею. Я не знаю, смог я? я, я п эту идею. Да, я в принципе понял э, твою идею, но я тебя добавлю так, что я вот э, в принципе первые две игры не вызвали особых вопросов, э, третья игра так поставила для меня прям жирную точку в этом противостоянии, потому что вот если в первых двух играх ликвидом было играть комфортно и они прям уверенно шли, они причем не зарабатывали какое-то огромное преимущество за один момент, они его прям потихонечку, потихонечку, потихонечку Тихонечку и, и все, и в какой-то момент ты уже понимаешь, что а, Нави конец, то вот в третьей игре Нави вроде бы тоже зарабатывали преимущество. У них был этот лайфстиллер с которым объективно было тяжело бороться, но каждый раз ликвид каким-то образом цеплялись. И вот они цеплялись, цеплялись. Да, они в итоге проиграли, но. Посмотрев на это, я понял, что если они вот в, таким неудобном, в такой неудобной ситуации настолько сильно цепляются, проигрывая так много, там уже под конец, что в равной ситуации будет очень тяжело. И следующая игра, в принципе... Ну, следующая игра получилась финальная игра, такой квинтэссенция ошибок. Там вот э, было пару ярких моментов. Для меня самым ярким моментом стал захват антимагом Аванпоста. Э, я вообще не понял... После вот этой вот строчки, когда Валв четко написали, что теперь героя всегда видно, где бы он не захватывал. То есть нельзя там улететь куда-то и захватывать его, чтобы тебя не было видно. Стоять, стоять захватывать аванпост, это было странно. Такое ощущение, что в этот момент немножко надлом какой-то произошел. Да, я смотрел как раз сегодня эту игру, и там было несколько, несколько довольно серьезных ошибок. Именно вот, ну, в, наверное, все-таки индивидуальным от исполнения от Витюна, надо признать. Сначала он там на 12 минуте, когда ему 300 буквально голды не хватало до Battle Fury, можно было спокойно добивать их где-то там на миде, он пошел, подтянулся к своей команде, пошел типа в драку и умер улетел в таверну, ну, короче, реально тайминг Battle Fury на полторы где-то минуты, наверное, откатился, но это очень много, э -э 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 огромная разница, 12-я минута или 14-я Fury, да, ну, на антимаге. Ну, и дальше там еще было несколько моментов, но я думаю, не то, чтобы кто-то надломился или типа того, ну, во-первых, бывает такое, знаешь, я понимаю, что это прозвучит, может быть, несколько даже странно, но я считаю, что фактор удачи, он вообще невероятный. В спорте, в киберспорте в этой полурандомной доте вообще сумасшедший. И просто это не заметить никак. Ну, как это заметить? Но где-нибудь, вот может, может быть такое, что тебе просто не повезло один раз, два раза, да? Ну, вот не повезло, я просто. Но... вылетел или наоборот вылетел. Я даже том, более, даже более прозаичные вещи такие, которые все равно не рассчитать. Ну, знаешь, из разряда ты бил-бил-бил. Э, Героя и вот не добил, а он тебя добил. У него осталось 10 хп. Ну ты не мог этого просчитать, да? Это в принципе неудача, это математика, но ты не мог этого знать, потому что ты человек как ты Это как бы, ну, мы можем считать это удачей, да? Ну, вот типа ему повезло, он добил, а тот нет. Или там, ну, элементарные вещи это может быть до смешного, но тем не менее, ты, ты крепишься, вот под вышки крипов забираешь, и вот. Этого не добил, тебе не прокнул дэмэдж. Этого не добил и этого. Не добил трех крипов, э, предположим, не купил из-за этого брасер, в один момент умер из-за того, что тебе не хватило 20 хп буквально, то, что ты не купил брасер. из-за того, что ты умер, у тебя следующий тайминг, сбил, следующий, следующий, и все. И вся игра пошла по наклонной. Вот понимаешь, это и вот эти вот, эти вот, эти вот невезения они незаметные где-то, они могут сложиться просто в то, что ты выглядишь как помойка сегодня. А, -а со стороны, ну, комментаторы, грубо говоря, да действительно говорят: да блин, что он играет как помойка, просто много раз не повезло. Не повезло тут, не повезло там, не повезло здесь. Все. Типа ты какой-то непонятный сегодня, и так далее. Ну, как бы это скилл чтобы тебе везло. Ты должен делать так, чтобы тебе везло, это правда. Но, тем не менее, где-то, возможно, просто не день Нави. На но это спортивная история. Знаешь, вот бывает, что команда приходит, и просто разрывает. Вчера не разрывала, завтра не будет разрывать, но сегодня, блин, почему-то разрывает. А другая команда вчера разрывала и через неделю будет разрывать. Но вот конкретно сегодня почему-то не разрывает, да? Бывает такое. Но вот мне кажется, что действительно Ликвид просто были в этом финале, но они просто должны были выиграть. Они пришли его выигрывать. А Na'Vi вот как-то вот ну, немножко не пришли его выигрывать. Вот и все. И там очень много всяких разных факторов накладываются, э, и которые ведут просто к поражению. Э, я считаю, что просто Liquid, э, для меня Liquid, вот э, это мой такой прогноз на будущее, э, я считаю, что Liquid через энное количество времени, год, два, ну, я бы сказал, что я бы дал бы им полтора, ну, хотя вот этот интернет уже более-менее подходит. Но может быть следующий. Вот, я, мне кажется, это команды, которая способна выиграть International. Вот именно вот эти, вот именно эти лигод. А, может быть, ну не внутри. Может быть, не выиграть, потому что там понятно рубка дикая, а уже, ну, какое ну, третье место занять То есть они реально. Одни из способны, президентов. Да, способны. Вот на это. Это вот именно такая команда, мне кажется, это из этих команд, которые это могут сделать. Вот, честно сказать, в СНГ вот я не вижу команду, которая может. Посмотрим, как там ВПП. А вот Liquid, мне кажется, может. Так что они достойны выигрывать турниры. Это просто один из э, ряда, которые они еще выиграют, я уверен. Ну, это, собственно, показательный турнир был. Они, как минимум, показали, что если OG, Enigma и Secret отвалились. Хотя в случае с Secret их отвалили, сами Liquid э, в лузерах то Liquid забирают турнир. То есть нет, для них больше нет препятствий. То есть все остальные команды для них не препятствия. Это тоже показательно, что ты готов вот как бы... Потому что если бы они и тут не смогли выиграть, мы бы говорили, ну, там, Извините, ребят, мы бы сейчас про Нави что-то рассуждали, да, но вот для Нави Ликвид оказались проблемой, причем очень серьезной. Что еще? Еще также финал состоялся 1 ноября, но с утра в китайском, в китайской лиге финал очень интересный между LGD и FUAM, это очень интересно, потому что ну, это как бы 4AM впервые играли Maybe против своей бывшей команды, да, FF против своей бывшей команды, Легенды дота-сцены против нового состава LGD. Ты хоть что-нибудь из этого смотрел? Я просто видел, а, что у тебя висит игра. Последнюю игру, именно после... пятую карту посмотрел. Ну, собственно, к пятой чуть попозже, но я так скажу, вот я... Только с финала начал смотреть плотно за этим турниром, финал посмотрел и, собственно, у меня сложилось впечатление, что команды неплохие, более-менее равные, но вот Фураем нет совершенно такой вот дисциплины и точности китайской. Пример отличный третья игра, когда как раз-таки они идут давят, но у них лишь Рак Чен и у них на шестой-седьмой минуте 3000 преимущества. Но потом и потом они продолжают дальше сноуболить, давить, но их преимущество, оно постоянно падает из-за каких-то странных загулов, ошибок и так далее. И в итоге это была супер интересная игра, 54 минуты длилась, но все-таки им не хватило, потому что, по моему скромному мнению, ну просто антимаг слишком сильный в лейте, даже Свен не может с ним справиться, просто потому что за антимагом инициатива, он слишком хорош. По последней игре, Ярослав, она тоже была не короткой, 51 минута тоже была интересной. Но ну, вот мне интересно тебя послушать. Ну, слушай, там именно вот, видимо, ты правильно так как-то э, описал их проблему. Я-то только одну игру смотрел, но но в ней было ровно то же самое, о чем ты говоришь. То есть они как бы видно прям, что вот эти вот игроки не просто так их там звездами кличут, они ими являются действительно супер крутые именно исполнители. Они прям исполняют жестко, начиная с линии, заканчивая всякими любыми драками, да. Все у них типа очень круто, прям кнопки жмутся там и так далее. Но вот отсутствие какой-то дисциплины, какой-то может быть жесткие руки, какого-то вот этого самого координатора. Ротики который, ну, кого-то, кто возьмет, может быть, ответственность какой-то важный момент на себя, она, наверное, там и решает, потому что там вот прям решающий момент, знаешь, какой, там Марс попадает с Аегисом в ситуацию, пять героев вокруг, у него забирают Аегис, а у него блинк есть, он может сделать блинкаут, и как бы, и он делает блинкаут, более того. Но в этот момент вся команда как бы идет вперед, а Марс оказывается вообще где-то непонятно где, и он просто пешочком бежит обратно. То есть они как бы вот ну вот до такой элементарной вещи не смогли договориться. Ну а как договориться сложно, если пять человек будут говорить одновременно. Ну это очень сложно. А просто когда один человек скажет, да, типа Марса, пробуй блинкаут, типа, например, да, мы не будем встревать. Или ничего там никуда не блинкаут, жми там барды свои, э, нажимай кнопки, мы входим, типа, да, там. Вот как бы одно. Но, но там этого нет, не было вот в этот момент. А раз не было в этот момент, ну, очевидно, нет и в какие-то другие моменты, да. То есть, ну, а это и очень большая проблема. Если эта проблема не решается внутри коллектива, то вообще не важно, насколько там сильные игроки, хоть вообще лучшие на планете. Не получится у них. Они будут проигрывать коллективом, где есть вот это четкое понимание, что и как, и в какой ситуации делается. Да, и вот LGD как раз-таки больше походили на такой коллектив, они как-то, ну, они как-то очень здорово двигались, и было больше игр как раз-таки, где они играли таким вторым номером, но очень здорово. И в целом для LGD это очень приятная победа, потому что от них ушло два игрока, да, за внушительную сумму, я уверен. Они собрали новый состав и победили на следующем турнире. Ну, я уверен, что это еще не последнее слово за 4AM, и что у нас еще будет битва, возможно, и не одна между этими командами, и за выходы на LAN, и, безусловно, супер интересно будет посмотреть, как они на LAN, на международном Именно встретиться где они там э, в, 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 выбьют конкурентов и в какой-то стадии между собой будут играть я думаю это будет супер интересный матч даже для нашего зрителя Ну, во всяком случае ладно для меня может для нашего зрителя нет но я бы с удовольствием посмотрел э, вот именно LGD против maybe э, ну и еще пару анонсов то есть скоро начнется эпик лига мы ждали омега лигу номер два но в итоге это эпик лига 12 ноября стартует. Сейчас же уже, по-моему, идут закрытые квалификации вовсю. Там много интересных команд. Будет два дивизиона в лиге, как и в прошлый раз было на Омеге. Так что будет, что вам посмотреть. Ну, а конкретно по турнирам сейчас идет БТС. И вот европейская часть его начинается. Там будут как раз-таки играть Ликвиды, Викинги, Матголемы. Из СНГ команд там Ашеры, наверное, главное. В том числе Лифтувин. вин Новая команда, да, Ханы. В общем, это такой анонс на ближайшие дни. Кстати говоря, освещает студия Рухаб. Уже некоторые люди спрашивают, когда возвращаюсь в комментирование. Вот, собственно, возвращаюсь в комментирование, если какие-то ковидные факторы не помешают это сделать. Ну и вот. Наконец-то мы дошли до той самой. Я долго ждал на нашем подкасте, когда настанет время, когда я смогу сказать, что Дота наносит ответный удар. И... Хотя. По перхоти, по всему чему угодно. Что мы все тут говорили-говорили, э, а на самом деле нам готовили большой сюрприз. И вышел Дайр Тайт. Yeah. Как же, он, вот, как же он не оправдал мои ожидания. Дели это впечатлениями. Давай, чтобы, чтобы твоя цитата была на Сайберспорте. Давай, делай это. Ну, э, что тут сказать. Ты уже высказался по этому поводу. Я скажу так... Э, Абсолютно однообразная гринделка, которая наскучивает очень быстро, в которой вообще непонятен, честно говоря, смысл, потому что за фраги ты ничего не получаешь, ты выигрываешь один тимфайт за другим, но проигрываешь раунд за раундом. И самое главное, вот э, невозможно избавиться от очень неприятного чувства в конце игры, когда ты заканчиваешь игру, и допустим, ты проиграл, но ты думаешь, да какая разница? или выиграл и думаешь, ну ладно, я получил плюс 2 очка. Разница между победой и поражением всего 2 очка. Ты получаешь 11 за игру и 2 за победу. При этом там выгоднее сделать ФБ, своровать первым конфету, там выбить пугало, испугало награду. Ну, кто не играл, наверное, вообще не понимают, о чем я. Ну, то есть, сделать какие-то странные вещи в игре. <с> странные? Странные, странные. За которые, за которые ты получишь бонус, но он все равно суммарно, если собрать все бонусы, они, наверное, только половину составят бонусов за игру. Нет, совершенно ничего. Агоним, вот лабиринт Агонима по моему мнению, был в тысячу раз лучше. Если говорить про прошлые Дайертайды, наверное, мало кто вспомнит, что такое. Ты вот помнишь, что такое прошлые Дайертайды были? Да, помню, помню. Там основная фишка была в Final Боссе, а не в самом вот этом да. остальном. Но, но, если вы смотрели видос Марфа, я специально его посмотрел, то в первом Дайертайде давали шмотки. Те дают первые шмотки за там, первый раунд, за второй раунд победителям дают шмотки. И потом ты месишь этого Рошана. Это все, конечно, были обузы, но все равно было интересно. Второй Дайертайд вышел. Он вышел, по-моему, через год. Или на... Я, короче, не помню, когда он вышел, по-моему, в 2013-м это было. Там давали платиновых Рошанов. Что доделали Valve во втором Тайде? Они специально сделали пароль, который позволял людям создавать пати не из 5, а из 10 человек. Ну, что являлось главной, собственно, проблемой при убийстве Рошана. Там же надо было рандомно <с попадаться. Они переработали систему так, что Рошан стал сильнее. Он не хексился, не рутился. То есть, его сложнее стало заобузить. Рутился, ты вспомнил, тогда не было такой механики. Ну, там, я читал на Википедии, что его там нельзя было как-то зарутить именно. Ну, это корнями дерево. Ну, да, такой механики не было. Ну, то есть, его, типа, нельзя было остановить условно там. да-да-да. Подстанить. Что еще они сделали? А, система, по-моему, это было как раз-таки там с этими с гряволами. Mm -hmm. Тебе выпадали эссенции, и в эти, и эти эссенции ты как-то вставлял в яйцо. Я боюсь ошибиться, потому что с гряволами было еще холодрыжество связано. Собственно, было. Ну, реально, самое главное это трошан и какие-то награды. Но в целом, конечно, режим очень сильно напоминал доту. Особенно первый Daй Но. Он ведь был первым, то есть к нему и не было претензий. Что сейчас из себя представляет Дарт. Это просто маленькая карта, по словам многих людей, сворованная из Хона. Внезапно. О, из ходца. Не да. буду теплая с мягким, и ход с Хоном тоже. Прошу, не прошу прощения, да, из Особенно сворована система вот с этим, вот с экспой и голдой общей. И самое главное, непонятно, за что ты бьешься. А, вот еще. Ты бьешься, внимание, за... Ты сыграл 5 игр, ты получил рандомный артефакт. Я получил фразу из чата. Уж простите меня за... Ну, ладно, не буду выражаться. Плохой сундук, реально, который мне не нужен. И которому грош цена. И вообще непонятно, зачем он мне. И я получил, наконец-то, ивентовый сундук. И что ты думаешь, я с ним сделал? А ничего, потому что, чтобы его открыть, нужно ключ. А где мне взять ключ? Я его могу только купить. Почему единственный способ достать нормальные вещи... Из этих сундуков это донат, ну причем лютый айсберг, вон 400 бачей за донатит. Ну вообще то, что эти сундуки еще и стоят по 200 рублей, то есть в районе 3 долларов, это действительно, ну это странно, это странно. Нет, это по... Короче, слушай, я про это могу очень долго говорить, у нас времени не хватит. Я могу сказать, что именно геймплейная составляющая, а, это плохой геймдизайн. том, а, вот... И реально похоже, как будто бы они доту отдали кому-то на аутсорс, кто не особо знает, что такое дота, потому что то, что сделали, это очень странно. Любой человек, который играет в доту, понимает, что это так нельзя делать-то с дотой. В доте всегда вот этот вот вкус, дота она славна вот этими тимфайтами, black Hole в пятерых, после которого ты как бы победил в игре фактически, уже все там, дикий сноубол начинается. Ты должен ощущать награду за свою красивую игру. Даешь их слэм по пятерым, да, это будет классная награда игровая. После этого ты сможешь забрать объекты там, получить шмотки, будешь обгонять по уровню и так далее. Здесь не чувствуется вообще никакой награды внутри игры от твоей красивой игры. Ты только что сыграл супер красиво, не знаю, там на блинке размансил, 50 хп там вернулся, с ульта двоих забрал, вау, офигеть, никакой награды ты внутри игры не получаешь от этого. Эти люди, которых ты ничего за это не получилось, то, что ты их убил, они тут же появились, и просто какой-то рай зомби идет в тебя, дикей кидает со слюной, типа, а ты там, ты там на инвокере тысячу кнопок жмешь, но зомби идет, и у него слюна течет, и он в тебя дикей кидается гонимом. То есть вот это такой ивент такого рода, что а он не награждает тебя за твою хорошую игру в него. Это удивительно, как можно из доты такое сделать. Но это не характерно для игры, для этой. То есть это, это прям настолько выбивается из того, к чему мы привыкли, что меня прям покоробило. Мне, на меня просто бежит зомби в каждой игре, который кидает меня дикея, и все, вот, вот весь геймплей мой в игре. Это что-то очень странное. И, и при этом еще э, выигрывает не этот зомби, а выигрывает шаман, который бежит и ставит просто те змейки на горшок на твой, и да. из него все конфеты высыпаются. А, да, Причем да. их никто не забирает, ты их ä, сам пытаешься собрать и закидываешь обратно. У меня серьезно, у меня такая игра была. В смысле, это каждая игра сейчас У врага... Нет, ты что, сейчас эволюционировал? Сейчас Омник появился, и сейчас Омник включает ульту свою на горшок с аганимом, и их бьют. То есть, ну, ты во что вообще превратилась? Эволюционировала, да. Это вот геймплейная составляющая, какая-то абсолютно непонятная, а притом это ходс, в чистом виде ходс, просто вот ходс-ходс. Но ходс-то он был создан, герои в нем и прочее, был создан под этот геймплей. А здесь же у нас герои дотерские, а геймплей ходцерский, И никаких изменений, и никаких запретов, что называется, внутри героев. И вот эти вот все абузы начинаются просто противно на это даже смотреть. А составляющая шмоточная, графически-роликовая, ну, могу сказать, что мне очень понравился сеттинг, мне очень понравился ролик. И шмотки классные. Ну, здорово в этом плане. Все, но то, что этот ивент подразумевает, что ты получаешь сундук и должен купить для него ключ это очень странно. Получается, э, ну, по идее, ты должен получить два сундука, один продать и купить на эти деньги ключ. И открыть этот сундук. И, иными словами, весь ивент превращается просто в гринд фарму. Ну, то есть, это просто заработок в интернете. Это не ивент, как таковой. Это очень скучная однотипная монотонная гринделка. С целью заработать денег. То есть, если ты, вот, например, не работаешь, и тебе нечего делать, ты можешь целый день сидеть, играть в этот ивент, зарабатывать деньги. Ну, не очень большие, но какие-то. А, ну, это очень странно для меня. Это очень странный ивент. Вот я просто знаю ивенты в других играх, в том же Overwatch. Там ивенты, они там очень лайтовые. Там ивенты без ивента. Там типа, ну, у нас теперь ивент да какой-то там. Зачем ходить в овервотч? Сколько контента и веселья подарил, и даже вот ты там собирал пати, лабиринт Аганима. А, нет, я имею в виду к тому, что, смотри, в Overwatch ивенты постоянно, просто каждые два месяца какой-то ивент, постоянно, в нон-стоп какой-то ивент идет. Но эти ивенты, э, а, там ничего супер крутого нет, дополнительных карт нет, каких то механик, ничего нет. Просто сыграл пять игр, получил шмотку, сыграл 9, там, получил шмотку, что-то там еще получил какую-то шмотку. Во время ивента там можно купить какие-то особые шмотки, которые продаются только во время этого ивента, например. Короче, какие-то микробонсы бонусы, вот, но тебя никто не заставляет доначивать туда, и а, вот, ну, и, ну, они там постоянно. А, а тут... Типа у нас ивенты раз в хрен знает сколько времени, да, раз в полгода. И это ивент, который просто представляет себя вот какую-то гринделку. То есть, если бы эти ивенты были просто нон-стоп, то никаких вопросов. Потому что, ну окей, сейчас у нас гринделка, а завтра будет еще что-нибудь нормально, типа. Этот ивент не особо, не особо понравился. Ну, я знаю, что через месяц будет другой ивент. Может он понравится Ну у нас-то ивент раз в полгода А ты получаешь просто какую-то гринд-ферму Веселую ферму в доте Где просто нужно фармить сундуки Чтобы продавать сундуки Покупать на них ключи, чтобы фармить сундуки, чтобы. И, и я более чем уверен, что уже а, Вообще там нон-стоп боты играют в этот ивент Потому что какая разница Ты же можешь просто запустить бота Который будет стать АВК, И тебе все будут давать в конфеты да, да, то есть свои силы-то Непонятно, за что люди агрятся, что мы проиграли, хотя это всего 2 очка, да. Единственное, что хотелось бы, конечно, похвалить, это сеты, потому что, ну, сет на снайпера, по-моему, самый дорогой сейчас он вообще просто покорил мое воображение, реально круто сделано. Но э, желание, вот если захочется желание купить его, но точно не выигрывать, не доставать, потому что ну, это слишком жестко. Что касается механики вот этой ключи, вот реально, как Каспер написал, не хватает Dota Lounge, потому что это вся история с тех времен, когда люди ставили ключи, и Valve все время прикрыли все эти сайты, но от них шел очень хороший трафик на самом деле на стримы. Люди ставили не деньги, а ключи, которые, собственно, являлись такой валютой. А ключами там можно было открывать сундуки. То есть сундуки ты, насколько я понимаю, то ли бесплатно покупал, то ли где-то они падали, но тебе нужны были определенные ключи. Собственно говоря, вот здесь возвращение к ключам, возвращение к формату, когда ты можешь сразу продавать курьеров. Так было в Дайр Tide, собственно, изначально. И если что... Золотой Рошан, это лучшая награда за первый Дайр порядка 750 тысяч рублей в итоге был продан. Хотя первый был продан за 1000 баксов, как говорится, вы неслыханный простофиля, господин, который его продал за 1000 баксов. Ну да, вот такая вот у нас экономическая история. Так, что у нас там по времени? Да самое время переходить к КСу и от него плавно туда, куда мы хотим перейти, потому что история с КСом... Ну, я обойду, наверное, все гиперспортивные новости. Сейчас идет Бласт, но честно сказать, про него особо говорить много нет желания, тем более не так много времени. Проговорим в следующий раз. В ВП сегодня прервали свой винстрик, но тоже не на самом важном турнире, и ничего в этом страшного нет. Лучше прервать его там. Но... Благо, у нас вот есть помимо Cyber Legacy, которую мы очень любим, еще такая команда, как Force. Моя любимая. Как же мы их любим, да. Инес еще полгода назад, или год, может быть, не знал, кто такие Force, но теперь он может рассказать вам побольше многих. Потому что Force отличились вновь. Короче говоря, из того, что мне удалось понять, потому что информация реально поступала очень как-то кусками. Force играли тренировку с командой Mad Lions. И типа все было бы ничего, но они транслировали это все в... Ну, то есть в ГОТВ как будто бы в ДОТе транслировали матч. Ну, короче, в, в публичный доступ. На что у Mad Lions возникли некоторые вопросы. И даже не знаю, как вам рассказать, с конца или с начала эту историю. Но давайте просто с конца расскажу. На самом деле все было в том, что просто кто-то забыл поставить галочку. Эту галочку поставили ну разве же могли просто вот так вот эти замечательные команды обойтись без каких-либо скандалов? Сразу же появился Некто Торин, который в каэсе является такой вот затычкой во все бочки и постоянно высказывается на все темы. И он сразу написал Сео э, фарзов, и фарзам, точнее, он написал: что Форзы, как так? Вы вообще вы мало того, что нарушаете. А я напомню, что они на прошлом стриме мы говорили про вот эту школу киберспортивную, где они наняли зонера, это вызвало большой резонанс. А теперь, мол, они сливают информацию о своих оппонентах, а им еще играть с этими оппонентами. Ах, вы такие нехорошие. Ну, и тут понеслось. В общем, я думаю, что на этом мы перейдем к рубрике «Улиточка». Поехали. А, собственно, Сергей э, Мегион ответил Торину по полной, что называется. А, я, наверное, прочитаю этот твит. Он написан на английском языке, но я прочитаю его в Google переводчике Давай. потому что так он звучит наиболее круто. К счастью, мне не нужно оправдываться пустыми словами. В следующий раз, когда вы отметите меня в твиттере, будьте готовы к настоящему чату. Или просто двигайся. Ну, на самом деле, в переводе он написал, э, в принципе, то, что я и сказал. Э, ну, последнее предложение имелось в виду. Ну, или просто, типа, проходи дальше и ничего мне не пиши, типа, или отвали, чувак. Короче, Сергей Мегион выходит на международный простор. Uh, но мне больше заинтересовало то, что я в Твиттере его не нашел, а нашел на сайте потом. Что изначально ответ Торину был другим. Как ты думаешь, что он ему ответил? Mm, не знаю. Он ответил ему: "Ты кто?" Вот это реально улиточка чел. Да, но я об этом только на sportsru прочитал. Oh, Хайф, мощный, чувак. мощный, мощный ответ. Так, а о чем мы сегодня еще должны поговорить в уличке? Но сегодня улиточка будет такая лайтовая. Вот, например, могу вам рассказать, что Ярослав посчитал своим долгом каждый день с утра мне присылать новости с Сайберспорта. А Ко что, потому что это главное вообще улиточка так- то и я просто решил что в этом ну я же не могу взять но просто новость ни о чем да это это не улиточка но я решил а о чё бы нам не зачитать просто заголовки этих новостей чтобы вы поняли ну например игрок спас безнадежный матч в Дайр Тайт, ему помогла хроносфера это одна из новостей. Собственно, прилагается к этой новости клип, где игрок ставит хроносферу на горшок, выбивает из нее конфеты. Эта новость мне особенно понравилась тем, что ведь он ничего за это практически не получает. Он получает два очка из 100, которые... Но да, и такое есть. Бафик, о гранд-финале ESL One Germany 2020. Жду с нетерпением. Фанат Dota 2 расстроился из-за выхода Daier Tide. Он не сможет играть из-за операции на руке. Вот это тоже классная... Игрок ушел. Игрок, причем, ну просто человек. Просто рандомный. Игрок так. ушел из Dota 2 в Лол и рассказал о ключевых различиях этих моба. Ну и, собственно, его пост с Reddit приводится. И рассказал. Понял, это как будто бы игрок слетал на Марс. Ну, человек слетал на Марс, вернулся и рассказал, как там погода. Ну, то есть, ну, блин, да уже тысячу миллионов людей играли и в Доту, и в Лол, и тысячу раз про это писали. Но тут игрок ушел из Dota 2, да, и рассказал. А, да, Айсберг потратил 400 долларов на сундуки и и остался разочарован. Я бы тоже, наверное, разочарован остался, если бы я тратил-тратил, потом, блин, я 400 баксов потратил. Такое, кстати говоря, иногда бывает, если какие-то вот эти вот микротранзакции. Вот, кстати говоря, тоже, ну, это не было в списке изначально. НС лет 6 назад назвал Версута собакой в эфире. Он обиделся, хотел мне морду идти бить. <свят> да, ну чтобы просто... Блин, я не знаю, для меня это... <свят> для меня это супер потому что это заголовки новостей. Все холодно. А возвращение до 2. Все думают, что, что все потеряно, и тут появляется чудо. Ну, на самом деле, не знаю, особого <свят> <свят> чуда я здесь не увидел. Для меня это просто... Я прекрасно знаком с этой, с этой системой писать заголовки. Я потому что каждый день, помимо сайберспорта, чтобы там поорать, захожу еще на rambler.ru и там ору. Там, там такие заголовки, там просто, забей, там, там еще круче в тысячу раз. Вот, вот, например, э, заголовок прям сейчас читаю. названа допустимая ежедневная доза алкоголя. Названа, кем названа? Чего? Какая-то новость, что ли? Что это такое? Вот и вот ровно такие же заголовки там. Это, видимо, какая-то методичка, как писать заголовки, чтобы они кликбейтили людей для себя. Но я, каждый раз в голос просто невероятный с этого. Ну, я так скажу, что реально вот этот факт показал нам, что... Ну, я действительно когда составлял подкаст, и сегодня вы, наверное, почувствовали, что мы обсуждали очень малое количество тем, мы их более глубоко обсуждали, но действительно неделька выдалась такая. Вот только сейчас пошли анонсы там ВП э, игроков и будут продолжаться, Ну, действительно не так много. Но среди этих двух новостей мне особенно понравилась вот эта, которая вроде бы и ничего такого, но она очень смешная. Команда из Бразилии прилетела в Украину ради отборочных на эпи Лигу и тут же проиграла. Блин, просто прилететь из Бразилии реально в такое время, в пандемию, да и даже не в пандемию, просто прилететь ради отборочных на эпи Лигу и сразу проиграть, это, конечно, круто. Забавно, что этой команды в качестве одного из то ли игроков, то ли тренеров, значит, Астрал. А, да, он играл, типа заменой. Да, я на самом деле посмотрел. Я пустил скупую слезу, потому что действительно это жесть какая-то. А, сколько, ну, типа, сколько ресурсов потрачено и так далее. Ну, это был их выбор. Они готовились к этому, видимо. А вот это вот видел. Valve забыла продлить домен за Frankfurt Major. <laughs> да, 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 и там теперь порносайт какой-то, это я видел. Да, я, честно сказать, я увидел эту новость в Телеграме, опять же, Вилата, и я не мог найти ссылку, но мне было интересно, насколько все, насколько все плохо, потому что, возможно, там какие-то хейтеры Дота специально выкупили, и там, знаешь, какой-нибудь просто будет... Я даже не знаю, что там будет, но там, как бы, обычный порносайт. Показывать мы вам его не будем, не вот. Ну, ничего интересного, собственно говоря, но мне просто стало интересно, а почему именно на франкфуртском мажоре, типа, это сделали? Ну, потому что, возможно, именно его забыли Про... проплатить. Просто не, я понимаю, что его забыли проплатить, почему, если ты забываешь проплатить, там появляется просто сайт. Это так и работает? Типа. Да, это вопрос хороший, потому что я не уверен, что много людей, ну, знаешь, как случайно вбивают вот этого за Франкфурт, мажор там и попадают туда. Да я вообще на этот сайт, возможно, и не заходил я ни не разу и, делал, или один раз. Но, видимо, кто-то заходил, какой-то трафик был. Но, собственно, зашли еще несколько раз. Мне кажется, только благодаря этому. Ну, короче, умный ход. И у нас осталась последняя улиточка дня. Это видео, которое я назвал после звонка Габену. Давайте посмотрим. Часто наказывали в детстве? Нет. Пользовался женским туалетом? Нет. Дота умирает? Нет. А что, тебе склейка тебе типа, у тебя послышит? Да, склейка. У меня было ощущение, что Лил рассказывал 20 минут о том, как кто-то умирает. Он такой, не, наверное, это лучше не говорить. Давайте скажем, что нет. Просто это, это заметил не только я, но я пошел в комментариях, почитал, там тоже все с этого рофлят. Ну вот, вот, собственно, и все на сегодня. Уличка на сегодня закончена. И последнее, что хотелось бы рассказать вам, расскажет вам Ярослав, потому что сейчас он пойдет обратно к себе в стримерскую. У него сегодня большой стримерский день и будет проводить благотворительную трансляцию. Раск... Ярослав, расскажи нам немножко, пожалуйста, про эту трансляцию и а что там вообще будет. Да, ну буквально в пару слов, я думаю, у нас просто с фонда, ну, проект компании Такеда и фонда Подсолнух, благотворительный, называется «Играй за жизнь». Мы будем рассказывать вам вместе с Олей, которая Аляша, про такое заболевание, как НАО, и э, все э, донаты за эту неделю, которые мы соберем, ну, не только мы, там еще ребята участвуют в этом всем деле, э, будут отправлены вот в этот фонд, да, и на поддержку вот людей больных этим заболеванием. Э, вот, собственно, и все. Через э, где-то прям полчасика это у нас начинается такая активность наша ну а подробнее уже там я думаю чтобы сейчас нам много времени не отнимать вот такая вот у нас активность ну, собственно, так что приходите к Ярославу на стрим через полчаса. На этом на сегодня все. Я пойду заниматься оформлением и заливкой подкаста. Как всегда, завтра появится в видеоформате на Ютубе. Сейчас уже можно посмотреть в записи, как только закончится. Ну и подкаст приемники совсем-совсем скоро. Огромное спасибо за просмотр. Приходите в следующий понедельник в tv slash daily шоу 18.30. Мы с Ярославом будем здесь. Всем пока. Пока-пока.